Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшнее мероприятие несколько необычное, на мой взгляд, потому что такую информацию практически неоткуда брать. Никто досконально не сталкивался, что такое научное агросопровождение. Насколько оно актуально, насколько оно востребовано, какие можно результаты достигать. Но чтобы понятно было, что это вообще такое. Научное, консультационное агросопровождение предприятий. Это осуществление определенных эксклюзивных видов услуг, которые осуществляют практикующие ученые, с большим опытом агрономы, посвящая регулярно в течение года каждое поле с хозяйством, проводя весь необходимый комплекс исследований. И на основании этих исследований выдаются ювелирные, точные, наиболее правильные рекомендации по технологии, по питанию, по защите любого поля, любой культуры сельхозпроизводства. Ну, я думаю, о деятельности немножко понятно. Следующая преамбула к конкретному докладу. Да, кстати, хочу немножко отклониться. Тему доклада хочу построить в виде таких трех позиций. Первая позиция – это немножко освещу состояние с научно-консультационной деятельностью. Второе – на примере сопровождаемых сельхозпредприятий, но в частности тут представлены два фермерских хозяйства, где это более удобно просчитать и показать экономику слушателям, как выглядело сопровождение, точное сопровождение в 2020 году. Этот год был аномальный по всем климатическим условиям. Получился очень низкий урожай на юге. Вот. И другое предприятие будет показано на практике, как осуществлялось сопровождение в прошлом году. За счет чего, какими проблемами сталкивались, за счет чего получали очень достойный результат в этом благоприятном году, скажем так. Вот. Ну и третий этап доклада будет посвящен наиболее актуальной теме в условиях складывающихся условий, которые все прекрасно знают. Очень сложное производство нас ожидает, удорожание. За счет каких позиций в течение выращивания, в течение года сельскохозяйственного, на каких позициях можно существенно экономить средства, не снижая урожайности, это в худшем случае, а в лучшем случае еще и повышая урожайность, тем самым существенно снижая себестоимость, обеспечивая очень существенную прибыль сельхозпредприятий. Вот из трех позиций будет состоять докладик. Ну, немножко коснусь критериев и динамики роста формирования урожайности и валовых сборов в России за очень длительный период. Косвенно здесь следует сказать, что все-таки наша наука, особенно в 80-е годы, очень бурно развивалась, достигались прекрасные результаты в каждом сельхозпредприятии, в каждом районе, ну, в частности, Ростовской области, находились специалисты отдела сельского хозяйства по разным специальностям. Они осуществляли помощь, контроль, выезды, собирали в том числе агрохимические анализы. Почвенные образцы произвели на анализы. В каждом хозяйстве был агрохимик, оборудованные растворные узлы практически в каждом крупном хозяйстве. То есть рост был очень существенный, и мы видим даже по динамике, начиная с 60-70-х годов, стабилизация урожайности постепенно росла. Естественно, провал 90-х годов обусловлен всеми известными факторами, резким снижением внесения удобрений, нарушением всех и вся технологий, но более две значимые причины. Первое, что в 90-е годы пришли люди заниматься сельским хозяйством, не имея ни специальности, ни образования, ни опыта в этой работе. Отсюда и такое резкое снижение урожайности и валовых сборов в 90-е годы. Ну и второй момент, финансовое состояние очень сложное, очень мало вносилось удобрений. По сути, в 90-е годы сельхозпредприятия выживали в большинстве своем за счет уровня высокого плодородия, который был сформирован в 80-х годах.
Но начиная с 2000-х годов мы видим и по данным статотчетности, и по сводкам Минсельхоза динамично, конечно, с большими скачками растет урожайность. Фактором роста урожайности является очень серьезное обновление сортового набора. Следует огромное спасибо сказать нашим селекционерам по зерновой группе. Они просто спасли страну в эти сложное время, сохранив науку и развиваясь дальше. Вот. Но что следует здесь сказать? Есть вверху, есть черта. Эту табличку не я делал, она есть в интернете. Но она характеризует ту динамику поступательного развития, начиная те же 80-е годы. Если бы у нас не случился экономический кризис, ну, по сути, страна поменяла устройство, строй поменяла даже в целом. Если бы этого не случилось, то шло динамичное развитие науки, постепенно бы вводились рыночные механизмы управления, то вот таким бы образом росла урожайность и, соответственно, валовый сбор. Такого бы провала не было. Вот. Ну что еще следует отметить? Ну если в следующем слайде я покажу, если в среднем у нас урожайность по стране была, допустим, в одно десятилетие 15, в среднем по стране 15 центнеров зерновых зернопополов, потом на уровне 20 центнеров и последнее десятилетие 26, ну в этом году было 27 или 28 в среднем по стране. И растет рост применения удобрений. Но здесь что очень важное, немаловажно, что количество вносимых удобрений растет, а уровень урожайности крайне отстает от вложения в удобрение. Вывод, значит, мы что-то делаем не так, что-то делаем неправильно. Если в дальнейшем предположить, что ситуация не будет меняться, то наше сельское хозяйство, особенно в частности растениеводство, я растениеводство говорю, будет иметь очень сложные и тяжелые последствия. Для этой всей стабилизации необходимо очень серьезный подход. Да, здесь косвенная табличка, она характеризует то, что если, допустим, у нас было на 90-й год 45 миллионов кормовых культур гектаров, то в три раза снизились кормовые культуры, доля севооборота за последние годы. А это плодородие, это навоз, это обеспечение классических профессиональных севооборотов. Вот. Естественно, доля зерновых начинает возрастать, особенно доля зерновых здесь не показана, но с 90 по 2020 чуть ли не на 30-40% возросла доля зимней пшеницы и масличной культуры. Получается, мы опять возвращаемся назад к двухтрехпольному севообороту, но я это называю, пусть это не будет громко звучать, первобытным земледелием. Если вспомнить историю становления земледелия, переложное, посечно-огневое земледелие, древние люди, которым пользовались, сеяли 1-2-3 культуры, несколько лет поле обнищало, они переходили на разделывали залежи, начинали заниматься заново земледелием. Так вот, эта система, которая сейчас активна, я не хочу сказать, что занимаются все сельхозпредприятия, но как минимум 3,5 аграриев упростили севооборот в погоне за сиюминутной прибылью, очень благоприятные цены на пшеницу были последние года, что корни неправильно и критично. С позиции науки я хочу это все показать на практике, как нужно заниматься земледелием. Поскольку изначально все-таки оттолкнулся 90-х годов, то вот здесь мы все хорошо знаем, особенно кто много лет занимается растениеводством. 90-е годы, сложная экономическая ситуация, большинство хозяйств перешли. У нас, можно сказать, в 80-е уже мы подвигались к интенсивным технологиям. То резко перешли на экстенсивные, полуинтенсивные технологии, практически без удобрений, на старых наших сортах, на старой технике. Использовали наработки науки прошлых лет, знания, определенный опыт. Ну и урожайность за десятилетия в среднем по стране 15,4 центра за гектар. Обновление, модернизация парка сельхозтехники, активная работа с удобрениями. Это уже отмечалось в начале 2000-х годов, что являлось, соответственно, приподнимала урожайность, она уже по стране за 10 лет в среднем стала в районе 20 центнеров. Как бы так динамика заметна. Ну, более развитые, более образованные агрономы, сильные сельхозпредприятия, сохранившиеся, кстати, еще с тех времен,
достигнув определенной планки, оптимизировали затраты в связи с экономикой, какое-то сокращение кадров шло, новая техника энергонасыщенная. Работая на этой технике, уже требовались новые знания, вводились новые сорта, соответственно, уже более активно стали заниматься экономикой, просчитывать, планировать. Ну и, скажем так, на последние года мы достигли определенной планки. Планка эта просчитана красной чертой. Вот. Что это означает? Что перешагнуть эту планку в развитии необходимо несколькими путями. Что сейчас происходит на практике? Первое – это точное управление процессом производства сельхозкультуры. Далее, прецизионные средства посева – это как раз информационные технологии, искусственный интеллект, кооперация. Но что мы сейчас видим на практике? Получается, что наше динамичное поступательное развитие нарушает все планы развития. Ну, принцип развития нарушается. За счет чего? За счет того, что большинство аграриев, фермеров, крупных предприятий стали больше уделять внимание цифровизации, безусловно, нам нужно компьютеризации, обновление техники на этом уровне, но совершенно забыли и проигнорировали элементы точного выращивания сельхозкультур. Поясню, что такое точное выращивание, что такое точный продукционный процесс. Это управление специалистами ростом и развитием сельхозкультуры в течение ее вегетации правильно, грамотно и на основе аналитики. Мы не можем вылечить организм заболевший, начиная лечиться у народных целителей, или придя к врачу, не проведя анализ, нас просто убьют. Так мы сейчас занимаемся земледелием. Я считаю, что весьма несерьезно. Так вот, точное управление, это и подразумевает эту работу. А что нам говорят, точное земледелие на уровне цифровизации? Нет, это не так. Здесь происходит точное проведение одной операции на поле. В общем, разница этих очень существенных принципов. Ну и, естественно, укрупнение кооперации, это тенденция, в том числе кооперация заметна среди фермеров, хотя еще очень далеко до этого, но тем не менее тенденция есть. Количество фермерских хозяев сокращается, а площади возрастают. Вот тот пик, к которому нам нужно стремиться. В частности, Европа к началу 2002-2004 годах она уже прекратила увеличивать урожайность, то есть достигнут пик предела почвенного плодородия, когда урожайность больше уже не растет. В отличие от, скажем так, будем думать, что цивилизованного Запада, нам есть куда расти, потенциал огромен. То есть мы можем не 30-40% миллионов тонн продавать за рубеж, а 80-100. Это вполне реально в масштабах всей страны. Вопрос только в кризисе науки. Ну, по 30 лет практически с 90-го года шло планомерное разрушение научно-исследовательских учреждений. Уход специалистов, ученых, профессионалов, насаждение западной модели образования. Ну, теперь мы имеем такую ситуацию. Следующее. Хоть с наукой или без науки, в сопровождении или без сопровождения, у нас есть куча факторов, огромное количество, которыми мы с вами можем управлять. Вот в процессе работы сельхозпредприятия мы как раз и ведем контроль над управлением, над правильным управлением этих управляемых факторов. Это и севооборот, это и выбор сорта. Кстати, сразу даже и скажу. Вот берем урожайность среднего по стране 25 центнеров с гектара. Чтобы ее резко приподнять на более высокую ступень, какие элементы влияют на этот рост в большей степени? Ну, посмотрите. Если мы вводим севооборот, то без всяких затрат мы поднимаем, это здесь чисто видим, цифра уровня чистой прибыли. То есть мы можем увеличить на 10-15% чистую прибыль с хозяйства, только введя грамотно построенный севооборот. Я за цены не говорю, цены здесь не имеют реализации никакого отношения. Это просто банальное отсутствие знаний. Выбор сорта от 7 до 15, в исключительных случаях до 20 центнеров можно поднимать урожай практически без затрат, только поставив свой севооборот правильный сорт.
Система обработки почвы, нулевые, минимализация, все приемлемо, все сопровождаемо, все прекрасно получается. За счет экономии влаги или снижения затрат до 20% можно увеличить чистую прибыль хозяйства. Система защиты. Прибыль или урожай? Чистую прибыль. Ага. Потому что вот в предыдущем вы сказали 7-12 это урожайность. А прибыли? Процент прибыли. Ага, ясно. Процент прибыли. Вот. Далее система защиты до 25% может увеличить прибыль. И смотрите внимательно на наш всеми забытый или игнорируемый фактор. Система питания. Работая с хозяйствами, с крупными даже, два холдинга мы сопровождали, за мелкое сообщество фермерское, еще более горько. Ну, скажем так, применение самых дорогих вещей, у нас затрат структуры затрат, в среднем идет от 5 до 20 тысяч затрат только на удобрение, на гектар. А в связи с ростом цен она практически возрастает в 1,5-2 раза. Так вот, правильное применение удобрений обеспечивает рост чистой прибыли на 40-50, а то 60%, в зависимости от какого хозяйства отталкиваться. Если хозяйство скромненькое, никогда правильно не работало, то у них отдача будет сумасшедшая. Урожайность может вырасти практически в 2 раза. Ну и обратите внимание на наш всем известный фактор, это микроэлементы. Косвенно сюда можно внести биопрепараты. Вот. Ну, посещают часто семинары, выставки, совещания, всевозможные доклады. Нам всем преподносится утверждение, что ну, чаще всего информация идет о применении микроэлементов. Представляется часто это бочка Либиха, что применив микроэлемент, у вас возрастет урожайность, там 1, 2, 4 центра, 5 центров озвучивает. Вот. Но на самом деле огромный поток информации к вам приходит, аграриям приходит, с конкретно низким экономическим результатом. И целеполагание идет такое, что использовав микроэлементы, мы сможем поднять урожайность. Такого не бывает, чудес не бывает. Пациент должен сначала наесться, скушать хорошо, отбалансированную пищу, а потом попасть к врачу, где его четко вылечим. Голодного пациента таблетками мы просто не вылечим, или витамином. Так же происходит и в растительном. Что необходимо сделать, чтобы эти факторы отследить? Ну, сначала, скажем так, познакомиться с сельхозпредприятием, которое желает развиваться. Экономический анализ, выявить проблему, которая существует в хозяйстве, или блок проблем, на которые сделать нужно первоочередной удар, чтобы вытащить хозяйство на путь нормального развития. Корректировка структуры севооборота – это одна из первых функций, когда мы знакомимся с предприятием, делаем объезд, спрашиваем их потенциал, экономику, урожайность, наличие структуры, севооборота, сразу же идет рекомендация в этом плане, потому что очень крайне редко не встречались предприятия, которые работали в этой системе в оптимуме. Визуальное обследование полей. И немаловажно, а самый важный момент – агрохимические исследования. Почему у нас аграрии удаляются по непонятным, совершенно непонятным причинам? Но я для себя делаю вывод, что именно это связано с образованием. Потому что без знания почв, без знания того, что происходит в растении, получить достойную экономику просто невозможно. Это абсурдно, это нереально. Вчера на выставке присутствовала Назаренко Ольга Юрьевна. Ну, хорошо знаю, общаемся. Это спросил он, ну как на ваш взгляд ситуация идет? Как аграрии реагируют на знания, пользуются вашими услугами, поддержкой? Вот, 5 лет назад, сейчас, 10 лет назад или сейчас. Есть ли поступление на анализы больше почвы? Чаще ли стали вести листовую диагностику? Нет, даже стало хуже. Стали меньше обращаться. Это очень тревожно, потому что мы можем докатиться ну, просто до ручки. Поэтому агрохимические исследования вагового угла, идет расчет вид, доз, способа внесения удобрений, подбор рекомендаций по сортовому гибридному составу. Очень важный фактор, мы в ноябре выдаем хозяйству потребность в удобрениях на весь сельскохозяйственный будущий год. Уже можно все планировать, финансы рассказывать, кредиты определять и так далее. Без физических исследований тоже нельзя, определение и влаги, прогноза урожайности. Способ обработки почвы, как я говорил, исследуем почву на уплотнение, на
наличие остатков пожневных, пассивобороту и так далее. Тканевая химическая диагностика, без нее совершенно никуда не деться. Агрохимические почвенные исследования, они дополняются тканевыми исследованиями. Если почва, следует всем знать, если почва способна сформировать урожай высокий за счет почвенного плодородия на 60-70% от возможного, то на 25-40% мы можем увеличить урожайность путем некорневых обработок. И те нестыковки, та разбалансировка, которая агрохимическая разбалансировка, которая не достигла почвенными исследованиями, мы достигаем эту балансировку тканевыми листовыми диагностиками. Функциональные исследования – это микроэлементы, ну и, соответственно, специалисты наши, ну, в том числе агрономы, практики, выезжают в хозяйство, оценивают как минимум три позиции. Фитосанитарные сорняки, вредители, болезни, как правильно защитить. Подвигаемся дальше. У многих может возникать такой вопрос. И часто я такое слышу, даже от опытных директоров сельхозпредприятий, много лет проработавших, но которые, ну, такие несусветные вещи говорят. Если мы сейчас, нам бы нужно заниматься наукой, нам бы нужно привлекать специалистов, но если мы с вами заключим договор, мы должны купить то, что вы рекомендуете, а у нас на это нет возможности. Это вот до такой степени уже за последние года, ну, наверное, в виде дилеров, скорее всего, предложений всевозможных препаратов счастья, настолько повлияли на психологию человека, он просто уже не верит ни в науку, ни в исследование, ни в профессионализм. Естественно, мы с таким хозяйством работать не будем никогда. Но тем не менее, смотрим, что получается на практике. Здесь, в чем здесь суть таблички? Она проста, но характеризует нашу деятельность. Эффективность научного сопровождения в зависимости от уровня использования получаемых знаний. Вот мы даем блок за год, весь блок необходимых исследований, 2, 3, 4 осенью, 5, 6 весной, плюс посещение. Если за весь сельскохозяйственный год сельхозпредприятие где-то на 30% придержалось наших рекомендаций, у них рост чистой прибыли в рублях 30%, процентов, 30% происходит, прямая зависимость. Откатано за 25 лет опыта. Если на 50% хозяйство придерживается рекомендаций, ровно на 50% возрастает чистая прибыль. На 70% исполнение рекомендаций и на 70% прибыль возрастет. Вот в прайсах, которые мы не в прайсах, а в нашей деятельности рекламный буклетик мы даем хозяйствам надо. Там написано, что результат работы с наукой подразумевает увеличение или рост чистой прибыли от 30 до 100%. Если хозяйство получало в чистом виде 30 тысяч гектаров с оборота, то можно достичь 60 тысяч рублей с гектара чистой прибыли. Это огромный потенциал. Но почему здесь зеленая строка? Потому что большинство предприятий и фермеров, ну, где-то две трети рекомендаций соблюдают точно правильный срок. Почему 100%? Ну, это крупное хозяйство, организация весьма сложная. Здесь нужно реагировать довольно все-таки оперативно. Если мы сделали листовую диагностику, то по тканевой листовой диагностике в течение 6-7-8 дней должна быть проведена обработка. Если это растягивается на 15-20 дней, сами понимаете, надо делать заново анализ, растения изменения, деньги выброшены на это. Вот. Но тем не менее есть мелкие хозяйства небольшие, такие 500 тысяч гектаров, где почти на 80-90% удается выполнять рекомендации за счет того, что фермер, это чаще фермера, за счет того, что он единоначалец, он принимает сам решение, он сам управляет процессом производства, поэтому здесь препонов, претензий, проблем не возникает. Надо, срок обозначен, ребята сделали, поехали на рыбалку. Отсюда достигается такая мощнейшая рынка лет 15 назад. Предположение было такое, что как мы сможем всех желающих обслуживать? Это практически нереально. Но когда вышли на рынок и стали оказывать услуги, оказалось далеко не так. Что на самом деле происходит? Ну, если взять изученные нами, ну, знакомые нами районы, допустим, там, Северо-Краснодарского края, южная зона Ростовской области, то получается в среднем из всех хозяйств района, в том числе фермерских, для такой очень простой, как дважды два-четыре, по сути, работы,
подходят далеко не все, а всего лишь 4-5-7% пашни, вот это указано. Все остальные или пробуют, или просто трудно объяснить причину, но я эти причины по разным хозяйствам загруппировал некоторые факторы. Это, конечно, хорошо посмотреть чиновникам от образования, что у нас происходит на самом деле, как нам трудно внедрять науку, или ее просто забыли. Так вот, основная причина – это низкий уровень знаний, отсутствие образования. Она занимает от 30 до 40% проблем, с которыми мы сталкиваемся. Объяснить простым даже научным языком, самым простым языком, очень трудно, когда человек не понимает, о чем вообще говорит. Нет команды сплоченной специалистов. У нас было такие три предприятия, с которыми сразу не смогли работать, с одним проработали 3 года. С чем это связано, нет команды? Руководитель, агроном, главный заместитель, директора, разные целеполагания, разные интересы производственные. И только первую неделю мы выдаем рекомендации. Только по объезду поля подсказываем, что делали так, как нужно сделать так. Сразу агроном опускает голову, опускает глаза, чешет затылок. А руководитель смотрит на агронома: о, а что же мы тут в прошлом-то году что мы делали? Еще и позапрошлому неправильно делали. И в результате в лице агронома он теряет свое лицо перед руководителем, если, конечно, он очень сильный руководитель. С таким хозяйством работы не будет, пробовали. Агроном всегда ставит палки в колеса, старается не соблюдать, что-то свое изобретать. Другая тенденция – расплаченность команды, я скажу. Наоборот, агронома глаза горят, он имеет хорошее образование, он видит недоработки, можно все поднять, ему интересно работать с наукой. Но руководителю это не нужно по разным причинам. Ну и так далее. Поэтому тоже не получается работать с таким хозяйством. Отсутствие самостоятельности принятия решений, здесь больше холдинга касается. Пробовали, уходим, дали рекомендации, уходим. Говорит агроном или директор исполняющий. Нам сверху сказали, не надо, мы передумали. Вот поэтому такая сложность. И наша русская ментальность, фанатичная уверенность в знаниях, ментальность по улучшению, так ее назвал. То есть что происходит? Нужно полечить пшеничку, к примеру, и добавить элемент фосфора. Простейшая обработка, полустрессовая ситуация. Уезжаем с хозяйства, приезжаем через недельку. Что-то пшеничка-то выглядит не так, как должно. Должно улучшиться, измениться, потемнеть. А, мне там посоветовали, сейчас на биоразложение соломки добавлю. Тут микроэлемент нужно, а тут какой-то еще стимулятор на основе аминокислот. Ну, в общем, он сделал смесь 4-5 компонентную. Естественно, дополнительный стресс, не сработало удобрение. То есть это не новость, знают все. Наш русский характер. Что бы нам идеально не дали сделать, мы всегда пытаемся что-то улучшить, добавить свое. По принципу, хуже не будет. В плане агрохимии исследований это не проходит. Никаким образом. Если в плане защиты, технологии там можно манипулировать очень широко, то в системе питания манипуляции недопустимы. Здесь нужно выполнять их строго, точно и вовремя. Ну, нет у нас немецкой пунктуальности. Нет интереса развитию всего, это большинство руководителей, скажем так, уже серьезного возраста, свой интерес в хозяйстве. Ему интересно, когда мы будем видеть его урожайность, что у него там на складах хранится, какая там его доля на этих складах и так далее. Такой руководитель никогда не пойдет работать. Хватает денег хозяйству. Люди не уходят, зарплата есть. Какая наука? О чем говорите? Зачем это нужно? Вот. Ну и последний фактор, который влияет на недостижение тех целей, которые мы можем с вами достигать, это присутствие лженауки. Я уже сказал о 30 лет в плане образования, проблемная ситуация. Естественно, когда нет профессионала, выходит на арену непрофессионал. И вот сколько участвуешь в семинарах, выставках, дискуссиях, спрашиваешь у докладчика, самый простой вопрос, он совершенно не владеет азами агрономии. Даже азами агрономии. Есть на моей практике кандидаты, доктора наук, которые выезжают в хозяйство или работают на какую-то фирму, оказывают услуги. Я не спорю, и доктор наук может быть сильный профессионал в своей сфере. Но, повторюсь, в своей сфере. Он не учитывает особенности всех остальных факторов, дает хозяйству рекомендацию. Сельхозпредприятие в лучшем случае видит результат, а в худшем вообще ничего не видит и минус. Приехал следующий кандидат наук с документом, что он ученый. И в результате что происходит? Когда начинаешь общаться где-то на выставке или там в хозяйстве с таким руководителем или фермером, там были у меня ученые, была наука, о чем вы говорите, зачем они нам нужны. Вот. И максимальный результат достигается, шикарный выхлоп, это же на небольшой площади, где все эти факторы, ну, если их отсутствуют, то они не
Вот к чему нам надо стремиться. Скорее всего, это психология, скорее всего, это умозаключение. Все знают 2019-2020 год, особенно, как он сказался, на урожайности озимой пшеницы. Это весь юг России пострадал, очень сильно Ставрополье, существенно значимо Краснодарский край. Я знаю, что некоторые фермера у нас способны выполнить рекомендации, меньше там изобретать, добавлять чего-то. И мы попытались специально, чего же можно достичь в этот год, не допуская ошибок, ну, сведя их к минимуму. Получились просто шикарные результаты. Я сейчас покажу на примере Целинского района, это фермер Родногод небольшой. Ну, почему именно фермера показываю? Потому что 5, 4, 7 полей легче обсчитать всю экономику, чем огромное хозяйство с огромными полями. Но факт остается фактом. Осень, не буду говорить за осень, я сразу начну с весны, когда у нас начались катаклизмы. Первый негатив – это ранний посев осенью и слишком распущенная пшеница. Очень теплая зима, вегетировала, разросла пшеничка, использовала азот, поля остались голодными. Ну и весной такие переросшие зимы попали под три волны морозов, потом заморозков. А в некоторых районах, как Веселовский район, было четыре волны заморозка, четвертая – минус один, минус два. И вот представьте, повторяющиеся заморозки через неделю, тепло, заморозки, вот как трудно было растению сформировать урожай, и каким образом ему помочь надо было. Ну, классическая схема сопровождения. Мы каждое поле озимой пшеницы происследовали, вот число стоит здесь, да, 18-го, так, сейчас, минуточку, 18 февраля. Проверка на содержание доступной влаги в почве, вот она отмечена. Так, ну, по-моему, сел ваш этот, и не сел, не сел. Запас продуктивной влаги определили в метровом слое. Как видим, разный, и 135 есть, и 180. Определили содержание азота в почве в килограммах на гектар, сколько в метровом слое азота находится. Какая доза, по этой влаге, для этой урожайности, какая требуется доза азота в ДВ. Пересчитали эту дозу азота в аммиачную селитру. И вот такая потребность получилась на две подкормки. Первая подкормка, конец февраля, аммиачная селитра. И вторая подкормка, классическая, это конец марта. В конце февраля, в районе 1 марта, хозяйство внесло эту аммиачную селитру. Ну, вы знаете, что осадков практически не было. Да, попали под осадки небольшие, там изморозь, туман был. Часть этого азота в любом случае в почву впиталась, верхние слои. Ну, дали рекомендацию, хозяйство проработало, и ждем дальнейшего срока наших исследований. Прошло почти 20 дней, 20 марта, осадков нет в течение двух месяцев. Кстати, в районе 8-10 марта у всех по-разному был заморозок до 12-13 градусов мороза, и второй день уже меньше, до 7 градусов мороза. То есть почва, не получая осадков, произошло вымораживание, еще больше подсохла сверху почва, даже мини-трещинки появились. Мы приезжаем в хозяйство 18-19 марта, смотрим такое состояние на почве. Здесь написано, что внесено фактически селитра, она внесена. Но по разнице нам еще нужно вносить, но мы не вносим, потому что сухо. Проверили поля, они все в таком ненадежном состоянии, идет пересыхание, потеря влаги, микротрещины. Даем рекомендации каждое поле забеговать его очень ротационными буронами, закрыть влагу, зарыхлить, ну частично прикрыть тот снесенный ранее азот, чтобы он до конца не испарялся. Не стали мы вносить в конце марта вторую дозу селитры, потому что сухо. Вот такая вот простейшая рекомендация. Вопрос уже к концу марта. Подошел календарный срок вносить вторую дозу селитры. Но в частности селитра, касса мы не работаем. Прошел срок носить селитру, мы видим опять, по-прежнему нет осадков, обещают кратковременные морозы. Кстати, был второй мороз, по-моему, в конце марта. Что мы делаем? Объехали быстренько крупное хозяйство, заехали к нему, быстренько определили азот в 10-сантиметровом слое под корешками, сколько же там содержится нитратов. Остались ли они с нитратской подкормки или не остались? Остались. На одном поле удовлетворительно, на других полях отлично. Выбрали самые худшие на вид поля и определили, что у почвы под корешками азота достаточно. Сухо, риски, тем более мы не вносим вторую дозу селитры. Ждем погодных условий. Следующий этап.
Посещение 3 апреля. 3 апреля, зима немножко восстановилась после мартовских морозов, вегетация пошла, листочек уже формируется полноценный. Как в 1 февраля мы внесли дозу, так она там и остается в куче. Проверяем экспресс-анализом на азот. Если в растениях в листе азот, потому что он в почве-то был, да, содержание здесь есть, дефицит небольшой, но сухо. По результатам экспресс-анализа на азот даем хозяйству две рекомендации. В случае осадков, вносим под осадки или в промежутках между осадками, аммиачную селитру, вторую норму, или даже внизу было написано, здесь написано, если без осадков, значит 15 кг карбамида. Под осадки 110 кг селитры, если осадков нет, значит 10 кг карбамида плюс небольшим питанием просто на корзину. То есть мы на апрель месяц дали такую рекомендацию, подтянуть зимние после морозов, не используя селитру, нет смысла выбрасывать средства на ветер. Дальше. Мы дали эту рекомендацию, точно знаю, 5 или 6, 3 волна заморозка, минус 4, минус 7. Пшеница опять подсела. Звоним, все отменяем, никаких обработок. Категорически нельзя вмешиваться, когда растение в стрессе. Ничего. На удивление, попытку он там сделал на том поле что-то внести, отменили. Успели позвонить, что нельзя работать в морозы. Люди-то без образования не понимают. Вот. Дальше. Делаем растительную диагностику. 11 апреля прошла, 3-4 мороз прошел, к 11 за 5 дней растения восстановились. Делаем классическую листовую химическую диагностику. И вот смотрите, как совпадает идеально содержание, дефицит, как совпадает почвенный дефицит по селитре. Вот видите, 40-30 кг дефицит азота по листу, лист показывает. Но нам же в почву надо было вносить 100 кг селитры. Идеальное такое совпадение. Вот. Идет некорневая подкормка, даем, урожай не будет, видно же, морозы на третий раз у нас падает, где волны мороза будет. Даем некорневую подкормку, рекомендацию, 25 кг карбамида, 10 кг ЖКУ, но щадящая подкормка, очень большая потребность в фосфоре на всех полях. Какой там предшественник, какой сорт, колоссальный дефицит фосфора из-за того, что если заморозок один, второй, отмирает, страдает не только наземная масса у пшеницы, но отмирает и погибает корневая система на 20-30-60%. Соответственно, если корневая система пострадала очень сильно, растение хочет жить, кушать, развиваться, но оно не может, корни не работают. В результате вот такой сумасшедший дефицит в листе происходит. Значит, что нужно делать? Дождаться, пока растение восстановится, и дать по листу питание, разогнав опять корневую систему. Все просто, как 2×2=4. Даем рекомендацию. Первая подкормка карбамид ЖКУ, весьма концентрированная, среднеконцентрированная доза, нам ничего не сделает. Но чтобы весь фосфор выдать, рекомендуем через неделю-две повторить чистым ЖКУ и привести растение к уборке, ну уже к оптимуму. Внимание, 12-14 апреля, 3 волна заморозка, уже минус 2, минус 4. Звоним, отменяем обработку. Но только восстанавливается пшеница, но нельзя ничего делать. Опять наша работа как бы так неиспользованная оказалась. Наблюдаем за осадками, смотрим за погодой. Ну, стараемся мониторить прогноз осадков, охватывая 200-300-400 километров на восток, запад, юг. Как там погода складывается, как там идут осадки. Велика ли вероятность, что они у нас фактически выпадут. Ну, не веря краткосрочным прогнозам. Вот именно такую методику применяем. Но видно было, что что-то будет. Какие-то осадки они находили. Резко бросаем команду внести вторую дозу аммиачной селитры. Это было конец апреля, 16 апреля. Хозяйство за 2 дня вносит это удобрение. 20 и 21 проходит дождь. На половине полей промочил на 6-7 см. Для азота шикарно. А на двух полях на 12 см. Естественно, азот частично начал работать. После этих 3-й волны заморозка уже растения выглядят очень хорошо и достойно. Естественно, мы-то фосфор-то не дали, а азот дали по корням, под корешок. В результате та доза карбамида, которая была в прошлом, мы ставим нули. Мы ее не даем, потому что мы знаем, что почву дали азот, он выровняется частично, и нам это не нужно. Мы только работаем на том же ключе. Значит, за всю весну вторая
подкормка некормовая опрыскивателем, это было в конце апреля. Здесь работаем только ЖКУ половиной нормой, а требуемой 20, 20, 20, 20, 20, то есть везде одинаковая потребность, даем ЖКУ. В зависимости от потребности фосфора здесь цифры колебались. 0,64 это по подвал 5, 0,6, 0,65, 0,55. Вот видите, без провальный фосфор даем третью подкормку 25 ЖКУ. Если более-менее даем 10, ну, привязываемся, начинаем экономить. Тем не менее, 29, 30, 1 мая проведена подкормка. Некорневая именно ЖКУ. Прошла неделя. Растение очень бурно стало набирать массу, очень красиво выглядеть, будто бы не скажешь, что были сильные морозы. Но раз растение бурно растет, со 7-8-10 дней в растениях пройдут изменения. Чтобы не рисковать, попытаться показать, как получается на самом деле, мы отменяем вторую подкормку, расчетную, и делаем ему третью листовую диагностику химическую, проверить, что же получается. Это было 4 мая, проводим листовую диагностику, и как видим, азот не полностью из почвы был потреблен, требуется небольшое количество карбамида. А вот ЖКУ, вот смотрите, 20, 10, 20, 10, 25 требовалось дать фосфора в виде ЖКУ, второй подкормкой. Когда провели исследование, то осталось здесь норму прошло растение, здесь 8 кг нужно, здесь 8 кг нужно. То есть растение ожило, биомасса стала нарастать, корневая система заработала. И, соответственно, резко упала потребность в фосфоре. Это вот высказывание некоторых агрохимиков, ну, так предполагаю, что даже, по-моему, Фосагродон говорит, что ЖКУ меньше, чем 20 кг на гектар, нет смысла носить, оно не работает. Чушь несусветная, работает блестяще. Особенно, когда вот легкий дефицит, да единички не достает чуть-чуть, 7-8 кг ЖКУ в балансе с азотом дает прекрасный результат. 31 мая, последняя листовая диагностика, третья. Это уже мы делаем обычно на качество. Смотрим внимательно. Карбамида требуется для получения третьего класса. 33, 22 кг. Ну и все-таки полностью после таких стрессов, почему у всех и был низкий урожай пшеницы, потому что корневая система не позволила обеспечить высокий урожай, пострадав от мороза. Поэтому потребность ЖКУ все равно остается существенная. Мы рекомендуем хозяйству провести одну обработку вот, как раз в начале июня, одну единственную для получения гарантированно 4 класса пшеницы. То есть мы управляем еще и качеством зерна путем обработок. Вот эту обработку. Ну а если есть желание и погода позволит вытянуть на третий класс 15, протеин 16, если хозяйство желает, то нужно было вот это сделать. Но написала рекомендация здесь вот. В случае высоких температур и отсутствия осадка в начале июня последнюю подкормку следует отменить. Ну и отменять не проводилось. Вот, провели подкормку карбамид и кое-где немножко ЖКУ. Это поздняя фаза. Получается, что работая весной на зимом поле, хозяйство провело всего две подкормки аммиачной селитры, 100 и 100 в среднем небольшой дозировкой. Вот, пробеговало поля, полетрило. И три раза прошли по полю опрыскивателя. Естественно, в эти три прохода опрыскивателя добавлялись, где нужно фунгицид, а где нужно гербицид. Фунгицид вообще не применяли, потому что от мороза пострадали сорные растения. А бурное развитие пшеницы просто их задушило, не было смысла тратить деньги на гербицид, чтобы не подсаживать пшеничку в тех условиях. Вот так закончилось очень просто и ясно сопровождение сухой год. Итого затраты на удобрение по тем ценам 7300 рублей на гектар, нет, даже 10 тысяч. Блок защиты – это семена, фунгицид и барионил. Всего раз мы применили обработку в мае. И этой защиты хватало удержать лопаи на самой уборке. Блок механических обработок, стоимость. Итого прямых затрат в 2020 году на пшенице получилось, с учетом осенних. Если осень – там афос, ульфатамон – это осень. Получилось прямых затрат 22 тысячи с гектара. Но тем не менее, с его общехозяйственными расходами мы получили условно чистую прибыль, ну практически чистая, 46 тысяч рублей с гектара, при себестоимости зерна 6,9 рублей. Хотя большинство хозяйств, я знаю, которые озвучивали мне себестоимость, она в этот год у них была 9, 10, 12. Ну 10 гарантированно себестоимость зерна. Пусть здесь немножко цифра не точна, ну тысячи туда-сюда. Получить 6,9 себестоимость при низкой урожайности, смотрите внимательно, урожайность из плантона с гектара.
То, как видно здесь на слайде, фактическая урожайность получилась 3,9, чуть больше, чем мы ожидали. За счет чего это связано? За счет того, что Таня сорт, он преподносит всегда сюрпризы. Он очень невзрачный выглядит, даже посчитаешь зерно колосья, количество колосья на квадратном метре, даже можно снаповой анализ дать. А когда заходит комбайн молотить, Таня всегда дает выше, чем ожидаемо. Вот такая особенность хорошего сорта. Здесь получили 3,9 тонны с гектара, соответственно 46 тысяч прибыли. Второе, два поля они были, западные и восточные. На втором поле чуть-чуть больше, 3,8 тонны с гектара, соответственно прибыль 42. Медно, да, хорошо, там 3,9 тонны с гектара, здесь 3,8 тонны с гектара. Уже себестоимость сразу резко возрастает. А вот лучшие поля пошли. Кстати, косвенно, немножко отвлекусь, послушайте внимательно. Есть такая функция нехорошая у сельхозпредприятий, да и у фермеров. Даже начиная работать, заключая первый год договор, второй год, у них даже были еще и бобовые немножко присутствовали, кто-то лен сеял, какой-то даже севооборот был. Начиная работать с наукой, постепенно начинают отодвигать в стороны, выходить в сторону, начинают сеять пшеница, пшеница, третий раз пшеница. Объясняю почему. Потому что экономика начинает считать, хозяйство, которое сеет второй-третий год, раз по пшеницу, второй-третий год пшеница получает там 35, 45 или 50, а мы получаем 60-70. За счет питания, за счет корректировки, за счет сопровождения, третий год пшеница дает феноменальные результаты. Вот. Но этого нельзя делать. Поэтому вот такой паразитизм на севообороте, благодаря знаниям, такое присутствует. Так вот, у этого фермера ни гороха не было, один раз кукуруза была, ни льна, ни паров, естественно. Здесь все поля идут или по подсолнечнику, или пшеница по пшенице. Поэтому жесточайший севооборот, но тем не менее, вот такие хорошие результаты. Вот гром по подсолнечнику, более 4 тонн гектара получили, 50 тысяч прибыли. Объясняю еще раз, почему мы так все делали. Потому что в первой схемке я вам показал запас влаги в почве. Помните, да? 140, 170, 180. А растение как бы увядает от влаги. Из-за того, что корни не работали, растение не в состоянии использовать глубинную влагу. Но мы, как только начала развиваться корневая система, мы стали проводить одну, вторую и третью листовую диагностику, зная, что влага в почве есть и растение ее будет брать. Те хозяйства, даже в радиусе 30-50 километров от этого, где влаги не было, мы ничего этого не делали. Да, получили 20-35, но никаких затрат не делали. Здесь мы стремились показать урожайность, потому что в глубине была влага. Вот, значит, здесь 50 тысяч рублей с гектара, себестоимость 6,6. Следующее поле Таня Паразимой, это 5 тонн с гектара. 5 тонн с гектара, условная прибыль 64 тысячи с гектара, себестоимость уже 6. Ну, если все поля собрать, усреднить цифру получается. Итого получилось 28 тысяч затрат в среднем на гектар на пшеницу, без хороших предшественников. Урожайность более 4 тонн с гектара, 4,4. Условная прибыль 55 тысяч, себестоимость средняя 6,46. В этот год все близлежащие хозяйства, фермера, крупные хозяйства, типа холдинга, собирали урожайность от 7 до 32 центнеров. Только пополам получали урожайность 40-50 пшеницы. И вот и смотрите, какая экономическая эффективность благодаря науке. Он не только получил на 14-15 центнеров больше всех рядом находящихся, получил прекрасное качество, протеин на уровне 15%. Вот. Ну, вот что можно достигать у стремального. Есть ли вопросы по этому? А кроме Тани и Грома еще что-то было, да? Были, мы бригаду часто сеяли, югу сеяли. Вся кубанская зелень. В основном. Ну, да. Это Целинский район, это север Целинского района. На севере уже такого продаем. Нет, не будет. Mm-hmm. Не будет. Но почему мы их сеем? Потому что мы сеем, их и будем продолжать сеять. Они, новые сорта, которые выходят, их огромное количество. Понимаете, да? И чтобы его изучить, как он, потому что сорт там показывает вместе селекции, или где-то на опытных станциях показывают свои показатели одни. А когда его вводишь в другую зону, сорт меняет свои характеристики. Поэтому мы рекомендуем хозяйствам 2-3-летних испытаний, как мы прошли, агрохимический, технологический откатку сорта. И он оказывается из всех самых лучших. Мы продолжаем их рекомендовать. Сейчас очень много сортов краснодарской селекции. Вот они сейчас у нас есть в хозяйствах, и часть из них обязательно будем использовать. Очень хорошие сорта. А берете с низко, да? Или...
кроме книжки. Да я не беру, все просто предприятия берут. Мы рекомендуем группу сортов. Да, они берут сок низкий берет, кто Ленинградский берет. Да. В общем. Сергей Григорьевич, а вот лаборатории какой вы пользуетесь? Тут ведь очень важно, чтобы был точный анализ, результаты диагностики. Тут вот как-то известный агроном из 50 лет октября, Бушмин, у нас был, и сказал, что вот несколько лабораторий пригласили, они сделали анализы, и все разные. У каждой. Вот чем вы пользуетесь? Сразу скажу, нет, это просто как дважды два. Это, скажем так, вот вы любите такое слово употреблять, высший пилотаж агрохимии. Потому что это очень сложно. Настолько сложно, там взять ту листовую 12 реактивов разного качества, разных сложностей. И в России не все уже бывают, свозимся всего там, перебираем, сколько придется некачественный реактив. И плюс научная школа. Александр Валентинович, вы знаете, он же тоже учредитель НКСА, он нам помогает, он выезжает, алхимические вопросы помогает решать. Обычно. Да, вот. Поэтому, в чем отличие, допустим, у Валентиновича, еще две лаборатории, которые делают анализы. От НКС Агро мы ведем небольшой блок хозяйств, 50-60 тысяч паш, не более. Вот. Но мы ведем полностью зрячие. Вот очень частое посещение каждого поля, и когда есть зрительная оценка поля, когда есть экспресс-анализ поля, когда есть анализ предыдущего почвенного содержания, вот тогда мы видим, насколько оправдана точна листовая система. Это очень сложная система. У меня был такой случай буквально 2 года назад. Внезапно заболел лаборант. Но я еще повторюсь, это научная школа. Это спасибо Ронскому Замальному, тем лаборантам, которые накачали опыт за 50 лет. Они обучали наших лаборантов. Поэтому это не так все просто. Вот. И заболел лаборант, я попытался быстро сделать листовую, по-моему, химическую диагностику в 3 организациях. 3 разные цифры. 3 разные цифры. И я знаю, что по одной цифре мы получим плохой результат, по другой относительный. Это вот более-менее истина, потому что к каждой цифре своя рекомендация идет. Вот. Поэтому мне пришлось их устреднять, корректировать, привязывать и давать хозяйству. Но, слава богу, сработало. Вот. Если бы я послушался других рекомендаций, я бы просто угробил рекомендацию. Понимаете? Потому что это очень сложная вещь. Это нужно развивать не. Сергей Григорьевич, а еще можно спросить. Вот вы называли, что если рекомендации все скрупулезно выполняют хозяйство, то прибыль может вырасти до 100%. Два раза. А сколько лет можно пользоваться вашими рекомендациями? Она же не может каждый год на 100%, на 100% и опять на третий год опять на 100%. Потом отказываются от ваших услуг, потому что уже 100% не получили или как? Нет, происходит на практике очень интересная тема, настолько она скользкая. Обычно вот много хозяйств прошло через нас, 2 крупных опробовали, было одно время даже 14 фермерских хозяйств. Но потом в течение вот этого 1, 2, 3 лет шел отсев. По тем самым причинам, что мы работаем впустую, нет результата. А то хозяйство, которое фермер достигает, хотя бы 70% отдачи. И я сравниваю эти показатели эффективности от тех хозяйств или фермеров, которые не работают с нами. Поэтому мы вышли на высокую планку, довольно высокую планку, там шикарная прибыль за гектара. И мы ее потом просто поддерживаем, эту планку. А вот эта разница в 50-100%, она остается от всех лежащих хозяйств рядом. Понимаете? Никто этой планки поднять не может. Так, благоприятный сельскохозяйственный год. Сергей Юрьевич Жулидов, если не обидится, он в зале даже присутствует. Даже были такие мысли провести среди 2-3 районов небольшой день поля, показать технологию, рассказать, в чем причина, в чем фишка, что мы не доработали. Есть же недоработки всегда, хоть небольшие, но есть. Вот. Но тем не менее, в конце мая, в июне объезд сделал, посмотрел полей. Визуально не так, как хотелось бы, поэтому мы решили не тратить средства, время не стали проводить. Но когда столкнулись с аналитикой этого года, прошлого года, стали проверять, как же у нас получилась работа в том году, то вот именно в этом хозяйстве настолько нагляден пример
эффективности применения удобрений, самых дорогих средств. Его просто даже оспорить невозможно. С чем это связано? Связано это с засухой 2020 года, потому что в большинстве хозяйств не хватало влаги, плюс морозы, да? Вот. А этот год 21-й наоборот влажный. Так вот, что происходит? Я это, Александр Валентинович говорит ежегодно, там на каждый день сделайте анализы, не выбрасывайте деньги на ветер, ну кто бы слушал. Вот. Что происходит, ну, в частности, здесь по азоту будет яркий пример. Ну, мы здесь простые способы консервации, да, продуктов. В холодильник положили, заморозили, они долго хранится будет. Ну, и высушили фрукт какой-то, он будет в сухом состоянии долго храниться. Косвенно, слишком косвенно, но достоверно, также ведет себя и азот в почве. Если почва пересохшая, с затухшими всеми почвенными процессами, там ничего не происходит, и влаги практически нет, который вносился раньше азот, который высвободился с удобрений, который раньше микроорганизмы создали, он как консервант находится в почве. А урожай низкий, растения его не использовали. Поэтому даже ваше издание, по-моему, эту статейку мою выбрасывало в интернет, и я писал, что обратите внимание на достаточное количество азота в почве. Это именно 21 год. Не вносите большие количества азотных удобрений. Да, Валентин Ильич озвучил, сколько полей полегло в Краснодарском крае из-за избытка. Сколько денег выброшено на ветер. Так вот, смотрите, та же самая технология научного сопровождения, что мы делали с полями. Кстати, хочу сказать, это один из единственных, у нас три таких фермерских хозяйства и одно крупное хозяйство, где соблюдается севооборот на 80-90%. За счет чего это достигается, да, именно чередование культур. У Сергея Юрьевича вот этот показ, у него ни одного поля нет озимой поозимой. Ни одного. Поэтому вот гром по льну, смотрим внимательно. Осень. Так, что-то не то другое. Осень сухая, 2019 год. Сухая осень. Но был не урожай, азот в почве остался. Мы осенью, в октябре месяце проверяем азот в почве. И оказывается, что его достаточно. По 80-100 кг держится почва. Осенью, мы это часто делаем, но осенью на эти поля мы азот не вносили ни на какой. Прошла весна, проверили содержание азота в почве, вроде бы хорошее количество. Вносим, смотрите внимательно, вносим всего 100 кг сульфата аммония, это тимирязевка по гороху, весной, в марте месяц, значит, в конце февраля месяца. Больше по анализам, по этому сорту, по гороху, больше, кроме как 100 кг сульфата аммония, азот вообще не понадобится, ни осенью, ни весной. Но это будет на всех полях чередоваться, смотрите, какая потребность. Ну, амафос носился осенью. Какая весной потребность в ЖКУ? Это большая, 45 кг. Азот по листу почти не нужен был, всего 10 кг. И какая потребность в калии? И басфолиат калийный. То есть сильнейший перекос. Наличие азота в почве много. А чтобы отбалансировать, самоотбалансировать растение, ему нужен фосфор и калий. Фосфор и калий. Ну просит и просит. Пришлось дробить эту дозировку. 45 кг на гектар мы ее дробили. И вот блок удобрений получился 6900. Не 8, не 10 тысяч затрат на гектар, а меньше 7 тысяч затрат на гектар на удобрение. Ну, это блок защиты, не буду повторяться. Кстати, здесь тоже не очень дорого, потому что нет защиты по жужелицу, это не бывает. Пониженный уровень азота, нет болезней и так далее. Вот, блок механических обработок, здесь можно поспорить, у всех по-разному, но средняя цифра такая. Итого прямых затрат 20 673 рубля. Урожайность, бункерный вес 64 центра за гектар. Ну, при реализации я немножко убрал, там пыль, полова, чтобы продажа к реализации пошла. И продавало хозяйство в течение трех периодов, по очень дорогой цене, по средней, но средняя цена с МТС получилась 17 600. Итого валовый доход 110 800 рублей за гектара. Тимирязевка по огороду. Небольшая урожайность, 64 центра за гектара. Что следует сказать, никогда ни я, ни Александр Валентинович, ни сам фермер непосредственно, мы не гонимся за урожайностью. Она получается сама собой. Мы работаем с затратами хозяйства. Как правильно на конкретном поле сработать с затратами, чтобы потратить минимум и обеспечить желание растений. Все вроде понятно, да? Мы не гонимся за урожайностью, потому что это дает максимальную прибыль за гектар. Итого около 75 тысяч чистой прибыли за гектар. Это гром по льну,
предыдущий был. Смотрите, ром больной, это уже не горох. Всего лишь 130 килограммов сульфата аммония, больше нигде нет, ни селитры, ничего. Карбамид всего 10 килограмм. Опять фосфор, аж 55 килограмм, опять калий потребовался. Двукратной обработки проводили фосфорно-калийными удобрениями, чтобы сбалансировать питание. Блок защиты 6300, 20 тысяч опять, та же самая. И чистая прибыль 65 тысяч с гектара, потому что урожайность невысокая, 58 центнеров с гектара. Не хочу обижать никого, но это поле новое. 2 года назад оно пришло от хозяйства, поэтому его до 4 еще утеряли. А фунгицид там раз работали, да? Вот влажный. Вот влажный 2 раза работали. Так, Таня по кукурузе. Очень интересный момент, потому что кукурузу у нас начинают сеять все меньше и меньше, потому что засуха, за высокие температуры воздуха. Вроде бы она и хороша, не так уж сложна технология, но вот эта засуха и дефицит влаги, она приводит к снижению посева кукурузы, особенно в Ростовской области, особенно. Но тем не менее упорно, даже я предлагал Сергею Ильичу, давай я откажем, нет, я буду сеять, очень хорошо по ней кукуруза получается, и посеяли в прошлом году кукурузу, 21-м. А какой район? Целинский. Ну это худшая почва, это юг туда, в сторону Ставрополя. Но посеяли кукурузу, запас влаги был средним. Но смысл в чем, что кукуруза 20 лет нет. Кукурузу мы получили в районе 55 центнеров, фотография, кстати, будет. С минимальнейшими затратами. 200 кг селитры, чуть-чуть гербицида. Все. Так вот, по кукурузе это получен 71 центнер с гектара. Вот, может, и 72 давало то, что было зафиксировать, но я уже ставлю 7 тонн с гектара. Цена средняя по хозяйству такая, получилось 123 тысячи доход с гектара. Это Таня по кукурузе. Смотрите, опять Таня. Итого по прямым затратам 3,2 себестоимость. По общехозяйственным, да, кстати, здесь прямых затрат 22 тысячи. Вот сюда в общие затраты я добавлял 15 тысяч рублей с гектара, чтобы это было похоже на сельхозпредприятие. У фермеров всегда общехозяйственных чуть меньше, намного меньше. Хозяйство бывает и 18 даже дополнительных затрат. Так вот здесь себестоимость вот эта и прибыль 5,3 рубля, это к затратам добавлено 15 тысяч общехозяйственных. То есть эти цифры могли получать крупные хозяйства. 5,3 себестоимость, 86 тысяч рублей чистая прибыль за гектар. У фермера меньше. У фермера прибыль чуть больше, затраты меньше. Затраты меньше. Гром по пару. Смотрите, пар. Ну никак не 80. Еле-еле 75 центнеров за гектара. Калиевая селитра, смотрим, 35 килограмм. Там везде мы по 10 давали, сюда 35. И то мы все не выдали. Она требовала, поле требовало 60 килограммов калиевой селитры. И уже и сложновато технически внести, да она и дорогая. Поэтому здесь 3-5-6 центнеров не дотянуто по калию. Потому что внесено аммиачная селитра. Кстати, все поля были в фазе 2-3 листочка. Паровое поле, в верхнем слое не было азота, именно в верхнем. Это же пары, мы внесли слой, внесли 100 кг селитры, больше азота не носили. Всего лишь 70 кг амфоса. И очень большое количество уже, 50 кг на гектар ЖКУ у нас ушло. Но калиевую селитру мы не выдали до конца и до 80 не дотянули. Но тем не менее, хотя затраты на механические обработки 10 тысяч, вот 4 тысячи это предыдущий пустой год, когда мы паровали поле, да, это всем понятно. Поэтому 10, может, чуть больше тысяч затрат. Но тем не менее, по прямым затратам получилось 3,2 себестоимость, добавив 15 тысяч общехозяйственных расходов, 5,3 себестоимость, 92 тысячи рублей за гектар чистая прибыль. Ром по подсолнечнику тоже не буду останавливаться. Здесь, кстати, по подсолнечнику вносили 150 килограммов аммиачной селитры, не было почвы, недостаток был. Но это опять же не 200 и не 350, как большинство добавили. Немножко амафоса 80 килограмм, 55 килограмм ЖКУ, 10 карбамид, вот и все питание. Опять по денежному выражению, количество нам 7 400 рублей затрат на гектар. Большинство вносит 10, 12 и более. По тем ценам еще, за нынешнюю цену даже страшно говорить. 77 тысяч рублей за гектара прибыли. Следующий гром по подсолнечнику тоже 75. Кстати, на этом поле вообще 19 тысяч затрат получилось. Прямо. Потому что внесли ром по подсолнечку всего лишь 130 килограммов сульфата аммония, 70 килограммов или 80 амафоса, чуть поменьше здесь ЖКУ, карбамида здесь дали 20. Это все операции, все не проводятся на основании агрохимических исследований.
никакой обработки слепыни. Вот каким образом проведены поля и сводные данные получилось. Здесь всего затрат по пшенице, по основным полям в хозяйстве, общехозяйственным это вот 39, 35, 37 тысяч. Ну, если предположить, что это крупное хозяйство, инфраструктура. Вот. Или прямые затраты, вот изборники. Или прямые затраты, синим написано, которые понесены хозяйством напрямую. Средняя урожайность хозяйства 65 центнеров за гектара, прибыль 78 тысяч рублей за гектара, себестоимость 5,57. А сорга он не сеет? Нет, сорга для нашей зоны не совсем выгодно, у нас еще осадки бывают. Сорга для более засушливой зоны. Его никто не покупает сорга. Раньше его на спирт знали, а сейчас... Сейчас следующий. А вопрос, где пшеница по пшенице? Злаковый клещ? Присутствует? Обязательно. В этом году его очень мало. В принципе, у Ставрополя это бич, потому что там... И у нас бич. У нас есть такие поля, что полностью, процентов на 50, ну, полностью на 50-60% уничтожены. Именно он победил в том году именно, в феврале месяце, когда не часто специалисты по полям ездят как раз. И мы свои анализы начинаем в марте делать. Поэтому где опоздали на 2-3-4 недели, очень сильно пострадали. Но опять же, это система саморегулирования. Вот в этом году и условия, да, вот плюс 5, плюс 8 оптимальная температура для развития питания клеща. У нас огромное количество времени была такая температура, и в феврале, и в марте, а повреждений нет. Ну, мудрый человек севооборот держит. Я вам потом скажу. У него и результат. Да, нет, он все равно может быть лезть, но не в таких количествах. Согласен, на зима-прозима чаще всего. Как жужжит там, один-то по один. Ну, скажем так, соседние фермера там или прилегающие там предприятия у Сергея Юрьевича, вот они 2 года работали, а год точно массово работали по клещу, мы ни разу ни копейки не потратили. Круче только было семочка по семочке. Да. По 2-3 года это было вообще круче. И заразиха была такая, что иностранцы... Так, было. По примерам, сухой, плохой год с морозами и влажный год, есть вопросы, ну, что-то интересное? Если нет вопросов, я тогда... К еще более интересной теме перейду. Да, давайте, раз нет вопросов, давайте двигаться дальше. Ну да, надо двигаться дальше. Сейчас я коснусь немножко темы, буквально успеем за полчасика. Связаны не с тем, это всегда система должна быть работать, всегда должен быть поиск в хозяйстве элементов снижения. Как потратить меньше, а получить больше, да еще бы нарушить плодородие. Это всегда аксиома, ее доказывать не надо, она известная, но попробуй соблюдить эти рекомендации, особенно без науки. Некоторые элементы гарантированы снижение затрат в растениеводстве, актуально, особенно сейчас, с такими ценами, с такой сложнейшей ситуацией, где такая консолидация должна быть, чтобы полноценно нам выжить и развиваться. Так вот, некоторые элементы гарантированного снижения затрат растениеводства. Первое – это четкая структура севообороты. Бесплатный дар, тратить на это средства никакие не нужно. Если севооборот у вас заработает, уже 10% успеха. Обоснование обработки почвы. Можно снижать, не лишне напрягаться, не вредить почву плугом, прямой сев, но утиль, все принимается. Любую технологию можно обосновать, на любой технологии мы можем делать аналитику, корректировать поля. Даже, кстати, если говоря о наутиль технологии, там упор делается волей-неволей на листовые подкормки, да, согласны, потому что глубокие слои там не несешь особо удобрения, то актуальность листовой подкормки при системе наутиль, она колоссальна. И можно, как большинство говорят практиков, кто практикует эту технологию, что где-то на 4-й, 5-й, 6-й год начинает какая-то обрисовываться картина, финансовая прибыль более значимая, поля уже по-другому работать начинают. А зачем нам 4-5 лет тянуть, когда мы можем по листовой диагностике принуть в первый год поправить ситуацию, а второй год чуть меньше применить удобрения, третий вот еще меньше применить. Так надо же делать анализ. Так, четкая структура севооборота, обоснование обработки почвы, снижение норм высева, выбор дозы способа внесения удобрений, обеспечение баланса между элементами питания, снижение затрат на фунгицидные обработки, это факт,
совмещение агрохимикатов и удобрений при некоемых подкормках, это меньше проходов по полю, увязка основного питания с корректировкой по микроэлементам. И вся эта работа должна быть системной, выбросить одну, другую, пятую нельзя. А до каких размеров снижаем норму высева оптимально? А вы потерпите, я сейчас все расскажу. Я такой нетерпеливый. Наука требует рассудительности. Так, ладно, показываю. Оценка, я вот первый вопрос, четкая структура силообороты, да? Я вам сейчас показываю нечеткую структуру, ее трудно назвать силообороты, но здесь просто чередование культур. Ее можно поменять местами, допустим, там, подсолнечник сначала поставить или назад. Дело не в том. Дело в том, что сколько нам, вот пятипольный силооборот, 5 культур за 5 лет, да? Гороха, зимняя пшеница, алена, зимняя пшеница, подсолнечник. Тут большинство, что у нас сеют, да, культуру. Какой финансовый выхлоп получается за 5 лет? И большинство, зимняя подсолнечник, зимняя, ну, чаще ячмень, пай, еще что-то сеют. Удастся, может, какой-то год там рапс листили. Вот. И практически отсутствие силооборота. И какой выхлоп финансовый за 5 лет? Так вот, это не просто цифры, они проанализированы за много-много лет. Я даже с ребятами разговаривал, многие согласны, что это примерно так. Да, точности может не быть, но нам главный принцип ловит. Ну вот смотрите, по гороху урожайность, я беру южный зон, район Ростовской области, где мы наиболее активно работаем. Горох беру 28 центнеров, по гороху пшеница 64 центнера за гектара, лен 19 центнеров, зимняя пшеница 59 центнеров, подсолнечник 28 центнеров. Ну понятно, что здесь можно до 30 и выше получать очень хорошие предшественники. Но тем не менее, цифра усреднена за 5 лет. Цена реализации тоже пытались за 4 года усреднить, но где-то процента на 85 она точная. Горох, цена реализации 20 рублей, сейчас уже 27 рублей. А зимняя пшеница 15, не все могли по 16-18 продавать. У кого дальше, тех она и 15, и меньше получается. Лен 40, хотя по прошлому году 42-46, в этом году 62, предыдущие года до 30, но за 4 года в районе 40. А зимняя пшеница, цена 15, ну, та же самая, подсолнечник 35. Берем силооборот, который не включает бобовые культуры, масличные культуры, надпись нет, и увеличенная доля озимой пшеницы. Смотрите, урожайность средняя 5,2, это реально хорошая. Озимая по озимой 4,5 тонны, подсолнечник здесь уже чуть меньше в любом случае даст. Озимая пшеница, это видится классический силооборот, классические обработки почвы с применением минималки. А зимняя пшеница по подсолнечнику 45 центнеров, и то засушливые года и 30 дают, 35, ячмень 33 центнера за гектара. Цена реализации та же самая, я не меняю цену реализации, она остается та же самая. И мы в итоге имеем, продав эту продукцию, реализовал по этим ценам, доход, за 5 лет доход силооборота номер 1 – 414 тысяч рублей за гектара, силооборота номер 2 за 5 лет – 346 тысяч. Если мы эту сумму делим на 5 лет, сколько же за один год мы зарабатываем дополнительно? Получается, что с введением разнообразных культур в мире, это валовый доход 82 тысячи рублей с одного гектара за один год. Если мы работаем в системе нарушения силооборота, получается 69 тысяч рублей за гектара валовый доход. То есть он уменьшается почти на 14 тысяч. То есть использовал чередование культур в силообороте и игнорировал их, оставив один подсолнечник пшеницу, мы себя заблаговременно минусуем 14 тысяч за гектара недозаработанных денег. Если мы посчитаем, что на 10-12 тысяч удобрения возрастут, то таким хозяйством можно было не плакать, если, допустим, такой доход теряется и зарабатывается дополнительно 14 тысяч. Но здесь еще не все. Я детально это не обосновал, скрупулезно в цифрах. Но все знают, что затраты на горох на 10 тысяч, на 15 меньше, чем на пшеницу. Затраты на зимую пшеницу по гороху, жужелицу брать, азот убрать, около 5-7 тысяч дешевле получается. Затраты на лен в 2 раза меньше, чем на зимую пшеницу. То есть здесь получается минимум 30 тысяч гектаров экономии за 5 лет. Разделив на 5 лет, получаем 6 тысяч гектаров еще экономии. Может быть и 10. Так детально просчитать надо. Значит, недозаработанные 14 тысяч плюс 6 тысяч экономии
Получается, 20 тысяч в год хозяйство теряет по средне сложившимся ценам, нарушая систематически всего оборот. Это очень большие деньги. Но почему никто не хочет этим заниматься? Не то, чтобы не хочет, я не хочу всех обидеть. В любом случае, как минимум треть хозпредприятий работает хорошо в этом плане. Половина придерживается. Ну и как минимум треть предприятий систематически нарушает эту систему, упираясь только на подсолнечника, на пшеницу. Вот как раз это третье предприятие, которое так делают, теряют деньги, и нужно задуматься, куда двигаться дальше. А вот озимый ячмень, как вы считаете? Ну, в южной зоне? Или... Вполне. Сергей Григорьевич, а вот а прибыль с гектара какая вот в этом случае, в одном и в другом? Вы о доходе, да, доход здесь показан, а прибыль? Здесь точно не посчитаешь прибыль. Здесь именно нужно было получить, как отличается один севооборот от другого. И валовый сбор в денежном выражении это четко характеризует. Это нужно все показатели знать, чтобы хотя бы определить близко прибыль. Естественно, если валовый доход здесь, если здесь валовый доход выше, да еще и экономия, конечно, здесь будет прибыль намного больше. Так. Вот я говорил, четкая структура севооборота. Обработка почвы, обоснование. Ну, естественно, работая с предприятием, и плотномеры разные есть, и оценку проводим, и состояние, и пожарные остатки оцениваем. Стремимся всегда минимализировать обработку. То ли это нулевой посев, то ли поверхностная. Но если уж есть необходимость работать с пашкой, рекомендую с пашкой или чизель. Но стараемся эту обработку минимализировать. Потому что последние годы с пашкой и чизель не дает уже тех результатов, которые давали буквально 10-20 лет назад. Поэтому здесь просто проведен небольшой опыт в 16 году или в 15-м, опять же, здесь у нас в Ильинском районе, рядом хозяйство находится, я дома рядом удобно. Использовали три вида обработки под яровой сев. Я уже не помню, какая культура, то ли подсолнечник, то ли кукурузу планировали сеять. Но не суть важна. Важно в том, что мы хотели посмотреть, сколько же накопится влаги к весне. А поля рядом находятся, они 7-2 по кругу проходят. Так вот, на одном поле баранования, на одном поле проведения баранования, после уборки двукратная, солому, победой бараной, распределили солому ровно и оставили на весну. Здесь отсутствие обработки солома наверху, здесь двукратное дискование и спашка, эти декады сентября. 1 ноября мы уехали, проверили запас влаги в почве. Осенью были небольшие осадки, что-то оставалось света. Итого получилось, там где наверху солома 72 мм в метровом слое, где было проведено дискование даже чуть-чуть больше, потому что через дисковку, видимо, пропитывание было лучше, глубокий слой. Вот. На спашке 61. Это вообще очень опасная штука, когда у нас сейчас засухи и высокие температуры, особенно в летний период. А хозяйство в июле, в августе или сентябре загоняет плуг на поле, ну, смерти подобно. Все остатки драгоценной влаги, которая была на глубинных слоях, все теряется, и в результате спашки мы не добираем урожай. Вот. Но проверили эти же поля потом 20 февраля, как обычно мы делаем запас влаги. Там, где солома 174 мм влаги, там, где поверхностная 141, без спашка 118. И вот на основании проводим постоянно частых разных исследований, результатов, урожайности. У нас обрисовывается четкая картинка, какие оптимальные рекомендации давать хозяйству. Дальше, третий этап. То есть смотрите, да, мы сэкономили, прекрасно заработали, сэкономили средства на формирование севооборота, у кого еще нет. Финансовые средства сэкономили на выборе обработки почвы. А накопили влагу, получили больше урожая. Третье. Вот к вашему вопросу. Третье – это формирование заданной продуктивности колосьев для нужного урожая. Для этого нужно очень знать характеристику сорта, иметь чувство почвы, высокий профессионализм. То есть, что происходит? Мы, когда определяемся с нормой высева зимой пшеницы, рекомендуем в хозяйстве сорта, естественно, и когда сеять, какой нормы. Так вот, это, в принципе, наиболее оптимальная, нами разработанная густота стояния сортов для получения максимальной прибыли. Повторюсь, не 100 центнеров в гектар, а для максимальной прибыли.
Ну, если возьмем интенсивный сорт типа грома, да, попару, 800-850 стеблей, колось его должен иметь в уборке. По пропашным, например, гром, да, 550-600. Если взять за счет колоса, крупный колос, вот внизу, не показываю, экстенсивный сорт типа аскета, 350 по подсолнечнику достаточно колосьев иметь, и будет урожай в районе 50-40. Вот, поэтому запрограммировать нужно пытаться то количество колосьев, которое сформирует максимальную отдачу. А теперь как посеять, чтобы получить эти нужную густоту? Есть определенная методика расчета. Она отличается от классической, которой семеноводы пользуются. Здесь идет расчет нормы высева от сроков посева, от особенностей сорта, ну, естественно, проверки посевных качеств и состояние почвы и наличие влаги. Вот четыре основных фактора. Так вот, смотрим. Норма высева. Норма высева. Она рассчитывается как? ГПС – это густота продуктивного стеблестоя. Вот на примере, здесь все понятно, на примере, чтобы было очень ясно, как дважды два. Вот 700 колосьев нам нужно получить по предшественнику, допустим, горох, сорт гором. Мы сеем 15, 18, 13 октября. По сумме многолетних эффективных температур сеем во влагу. Мы знаем, что на, ну, с сумасшедшей долей вероятности, что 1 декабря он будет иметь 3 побега. Нам этого достаточно. Значит, 700 колосьев делим на 3, получаем уже 2 с лишним миллиона сеять надо, чтобы получить колосья. И добавляем сюда традиционная степень перезимовки, 6-7% за зиму погибает. Добавляем 15% на полевую схожесть, бывает 25% добавляем, в зависимости от почвы. И добавляем 4% на лабораторную схожесть. Итого, получается 15-13 октября сорт гром нужно высевать 3,1 миллион во влагу, в хорошем состоянии, чтобы получить 700 стеблей и сформировать урожай на 780. Вот. Сеем позже в конце октября. Программируем уже не 2,5, а 2,5 продуктивных побега. Норма высева резко увеличивается, 3,7 получается. А есть сорта, которые формируют урожай не за счет стеблестоя, а именно за счет колоса. Там совсем другой расчет идет. И когда мы такую норму даем хозяйству, и оно придерживается, то ну, где-то, наверное, в 2/3 случаев мы попадаем под то, что нам нужно. А если мы попадаем под нужный стеблестой, тогда мы не тратим деньги на удобрение, кормить лишний ненужный побег, лист, который потом все равно отомрет. Вот в чем и фишка. Мы здесь мало что экономим деньги, третий этап экономии, на семенах, меньше свин, на ядах, на пестицидах, на протравливание, вот на этом экономим. Но мы экономим на удобрениях и зачастую на фунгицидах, потому что редкий хороший стеблестой меньше болеет, там лучше продуваемость. Казалось бы, простой элемент технологии, но настолько он эффективен. Так. Это корректировка нормы высева. Если приехали на поле, посмотрели, а там каменистость, там или то немножко корректировки простые. Но это вопрос больше к агрохимикам и к агрономам с высоким образованием, которые понимают, что важность соотношения элементов питания – это вопрос номер один в экономии. Ну, я здесь привел несколько примеров, допустим. Делаем мы аналитику под озимую пшеницу, к примеру, ну, проверяем азот, фосфор, калий, основные элементы питания, проверяем чуть позже азот. То, чтобы полноценно растение получило старт, то, что ему нужно, и сформировало максимальный урожай, ну, где-то 30 миллиграмм на килограмм должно быть азота в пахотном слое, 40 миллиграмм – это шикарная цифра фосфора подвижного, 350 обменного калия. Делаем мы анализы под лен. Мы знаем, что по структуре, по севобороту будет лен. Мы подводим эти цифры или выбираем поля, когда формируем севоборот, чтобы было не более 18-20 мг азота весной перед посевом, а осенью перед обработкой почвы 20 мг фосфора, 400 калия. Это достаточно, чтобы получить 27 гектара льна и 25 гектара потолок очень хорошо. То есть совершенно разные подходы под разные культуры, под разные сроки. Если здесь большая разбалансировка по анализам, значит, мы вынуждены носить или фосфор, или калий, или фосфорно-калийные совместные удобрения, что, соответственно, дает больший эффект, когда отбалансируем питание. Вот, допустим, я к этой теме скажу очень тоже интересную вещь, насколько этот важен баланс. Агрохим, центр Ставропольский, где-то год или два проводили анализы, была у них недавно статья,
рекомендуют, они постоянно проводят анализы, мы написали статью для аграриев, какой-то газете, не помню. И авторы пишут, что как вот происходит, допустим, в частности, на Ставрополе, да, у нас тоже. Все считают, что азот – это урожайность, что он решает основную массу проблем. Мы азотом выбиваем все болезни, мы азотом разгоняем корни, но потом возьмет глубинный фосфор. И все упирается в азот. И с каждым годом у нас дозы азотных удобрений растут, растут и растут. Но насытить почву азотом – это все равно, что выкопать яму на море и питаться. Абсурд, конечно. Потому что элемент подвижный, непостоянный. Я вам показывал пример. Какой-то год его вообще нет, а какой-то год его переизбыток в почве. Так вот, по поводу баланса. Вот ставропольцы говорят, ну как, у нас получается в крае вносится где-то по соотношению, по фактически вносимому количеству удобрений, соотношение где-то 56-57% азота вносится, где-то 20-30% калия и всего лишь 20-30% фосфора и 2% калия. То есть упор делается на азот. А на самом деле по их фосфорной проблеме, она у всех существует, должно быть все наоборот. 37-40% это азотные удобрения, а вот 57-60 фосфорные и 25-30 калия. 20 точно, 20 калия. То есть вот это соотношение по внесению в почву даже нужно не выдерживается. Грубейшее нарушение происходит. А почему? Потому что, ну, не скажу, что нет знаний, но нет исследований, значит. Как можно без исследования работать в современных условиях эффективно? Это непонятно. Есть пример по НПК. Еще добавлю к этому. В сфере сопровождения сельхозпредприятий мы делаем основной 90% упор на азот, фосфор и калий. Все остальные микроэлементы мы практически отодвигаем в сторону. Потому что, как я показывал ранее, от них отдача минимальная. Ну или взять нашу почву, насыщенность микроэлементами основными, формировать позволяет урожайность 50-60 центнеров пшеницы, не применяя их вообще. Так вот, работаем с НПК. Это как белки, жиры и углеводы у человека. Без них мы не можем расти, развиваться, тем более не можем не болеть. Так и основную 90% урожая формируют азот, фосфор, калий, с которыми мы в основном и работаем. Да, корректируем микроэлементы, но в каком случае? Вот прогнали мы полный цикл, уже подходит дело к цветению, или уже после цветения пшенички, но лучше до цветения визуальную оценку проводим, смотрим поля, кто-то все, вроде бы азот дали, и нормы, почва хорошая, растение выглядит, неважно, формирует мелкий колос, видно, что выходит мелковатый подбег, начинает сбрасывать. Но тут мы делаем уже функционал и отправляем на более детальное, у нас другая лаборатория микроэлементы делает разными способами. Смотрим микроэлементы, если не хватает, фазу перед цветением добавляем чего-то одного, ну, железа, к примеру, не хватает, или два, там, бор или цинк, то добавляется к фунгицидной обработке этот элемент, и пуля резко выравнивает ситуацию. Кстати, по бочке либера, да? Азот, фосфор, калий есть, а не хватает какого-то элемента, выравниваем ситуацию, и результат прекрасен. Ну и вот соотношение НПК в листе, его тоже надо выдерживать. И для этого надо очень точный химический анализ иметь, максимально точный. Допустим, хущение, да, 5% пересчёте на абсолютно сухое азота, 1,1 это P2O5 фосфора должно быть, 4,2 калия. Это вот близко к оптимуму, но опять же до определенного сорта. Это сорт, ну, сорт Алексеевич, это подходит. Для некоторых другой сортов эта цифра не подойдет, ее накорректировала. В фазе трубкования 4,5, 1,3,6. И вот где получается из трех показателей, какой провал, вот то и нужно добавлять, и у вас будет счастье. А не так, что сыпать 20 карбамид, я там сегодня 20 карбамид или не дал. А про фосфор забывают, а про калий вообще не помню. Вот. Поэтому вот таким вот простым способом достигаются шикарные результаты. А скажите, несоблюдение баланса, по нашим данным, приводит к перерасходу удобрений от 10 до 40%. Это очень большая цифра, и она имеет место быть. Так, важность отношения элементов сказал. Об выгодности все, думаю, догадались. Ну, что еще следует? Точность попадания мероприятия. Многие вот подумают, что, о, раз пришли к науке, нам сейчас делать будут анализы, они нас просто замучают обработками, сил будет, не будет, ни то, ни то делать, ничего подобного. Максимум 24 исследования проводятся осенью,
Осень период растянутый, хозяйство работает спокойно, ровно, классически. Весна, да, более-менее напряженный период. Раз, два, три, четыре, пять. Около 6 исследований весной проводятся. Но мы эти исследования подтягиваем к обработке хозяйства. Это многим будет непонятно, как это на практике получается. Но на практике получается очень хорошо. То есть прошел период работы по сорнякам. За 3-4 дня мы оценили хозяйство. Заранее мы запланировали 2-3 группы гербицидов, которыми можно будет манипулировать, чтобы не бегать его, не искать пожарного порядка. У нас уже есть гербицид. Просто мы можем отменять, ставить другой, или менять дозировки, или балансировать между собой. Хозяйство есть удобрения. С ноября он уже цифру имеют. Хозяйство есть гербицид. За 3-4 дня на гербицидной обработке делается быстрая аналитика. Буквально сутки, полтора максимум, сразу получают на руки рекомендации, пошел по полю опрыскивать. То есть, если, получив рекомендации, хозяйство за 3, 5, 6 дней проводит то, что надо, но результатом даже визуально не заставит себя ждать. Происходит как бы элемент волшебства, через 6, 5, 7 дней поле не угадаешь, если там нужно было что-то делать. Вот. Если прошло 7-8 дней, то эффект нашей рекомендации и обработки уже снижается. А если прошло 10-12 дней, да еще выпал дождь или засуха, можно наши данные выбрасывать, по ним больше не работает, надо делать заново. Вот в чем сложность. И сложность в том, что если, допустим, у Александра Валентиновича там лаборанты могут больше объема вкатить, то я, как руководитель НКС Агро, у нас коллектив есть, который выезжает в поля, мы ведем хозяйство, повторюсь, плотно, каждое поле. И для того, чтобы достигать этих феноменальных результатов, у нас объем работ с хозяйствами ограничен. Вода по-разному, в среднем на уровне 45-5 тысяч пашни держим. Но если какие-то условия будут более благоприятные, или сельхозпредприятие, которое пошло на договор, проблемы не возникает. Я думаю, далеко находится от лаборатории еще. Мы же не можем за 500 километров уехать, потратить полдня на дорогу, ничего не сделать. Естественно, тут тоже фактором влияет такое расстояние до лаборатории, до центра, там, где живут сотрудники. Вот. Если расстояние небольшое, до 200 километров, до 150, то мы можем и 70, 80, 90 тысяч обслуживать. Поэтому определенный рост есть, но он ограничен именно вот этой работой. И вот если точность попадания, здесь пример приведен. Если заранее азот, прибавки может быть 1, 2, 3, 5 сантиметров. Но если мы попадаем в пик начала трубкования, фаза 30, и даем азот, то, соответственно, урожай сможет вырасти до 15 сантиметров. И если мы даем в пик или чем-то, то мы работаем всегда дробно, меньшими дозами. То есть меньшей дозой азота мы получаем больше урожая. Если мы хотим заблаговременно заранее внести азот, мы вынуждены очень большие дозы вносить, чтобы он остался к этой фазе. А когда мы большие дозы в почву вносим, азот теряется, тоже не совсем эффективно. Поэтому наиболее, это один из способов, он там не указан или указан, наиболее еще значимый момент экономии – это дробность проведения операции. То есть есть проблема фосфора, есть проблема калия, есть проблема азота. Если мы эту проблему раздробим на 3 обработки, эффект будет гораздо выше, с меньшим количеством расходов воды. Ну, это точности попадания. Все, это я уже, наверное, не буду озвучивать, хотя времени есть чуть-чуть. Это вопрос к хозяйствам, это тема и табличка к сельхозпредприятиям, которые сталкиваются часто с отсутствием влаги в почве. Особенно касается вот ближе к восточным районам, Ставрополья, даже Юго-Восток области Ростовской. Часто очень, наверное, чуть не каждый второй год у нас дефицит влаги в почве очень существенный. Так вот эта табличка о чем говорит? Все знают, что Ольга Георгиевна часто говорит, что если влаги у вас нет, там 60-70 мм, внесите 20 кг селитры или азота любой формы, но больше не носите, потому что нет влаги. Она права. Но большинство специалистов думают, а почему, с чем это связано? Но логика напрашивается у опытного агронома, хорошая логика, да? Ну как там, если там мало азота, я сейчас не внесу азот, значит корни не будут разрастаться, они же расти будут медленнее. А если они будут медленнее расти, они не охватят большой объем почвы, растение будет голодать, оно не сможет даже тот азот взять. Значит я должен дать азот, чтобы росли корни, надземная масса, и у меня хоть какой-то да будет урожай. Нет, совершенно неправильно, все наоборот. Если дефицит влаги, очень малыми дозами, как Ольга Георгиевна, нужно работать азотом или отменять вообще. Вот. А что такое азот? Его сейчас нет, а через 2 недели он появится.
Это не постоянный лимит. Поэтому что происходит? Табличка показывает это. Вот здесь водопотребление озимой пшеницы от начала весны возобновления и до уборки урожая, до колошения, в зависимости от норм азота в составе удобрений. Так вот, если на поле азот не вносим, если в единицах, чтобы удобно понятно было, не в процентах, не буквально просто в единичках, если мы азот не вносим, то использование влаги 5 единиц. Если мы внесли 40 кг ДВ азота, то использование влаги растениям уже 6 единиц. Если мы внесли 60 кг азота, то внесение уже 70 единиц. Если 100 кг азота внесено на почву, то водопотребление увеличивается с 0,5 до 8 почти в 2 раза. Ну, любители азота... Это о чем говорит, не перебивайте, пожалуйста, это о чем говорит, что если в поле недостаток влаги, и мы видим, что там есть какой-то остаток азота, то лучше азот не вносить вообще, а подождать осадки, будут ли они, какие будут, тогда что-то подкорректировать по листочку. В противном случае вносится азот, начинает нарастать как корневая система и особенно надземная масса. Увеличивается надземная масса, количество побегов, продуктивных стеблей, листовая пластинка увеличивается из-за того, что мы дали азот. И ту влагу, которую она могла использовать в июне, пшеничка съедает уже в мае. И даже не формируя полоса, что делает? Засыхает, погибает. Поэтому вот эту табличку, она очень важна, она характеризует. Вот, смотрите, как здесь написано. Так, почвенные влагозапасы ко времени колошения озимой пшеницы при внесении 60 и 100 кг азота снижаются, соответственно, на 27 и почти на 50%, чем в неудобренном варианте. Я думаю, полезная информация. Да, да, очень интересно. Ну, если позволите 5 минут, да, тут очень тоже интересно, это в области исследований, которые проводили. Но опять же, времени на исследование мало, не совсем не получается. Мы ведем полевые исследования, лабораторные. Когда цикл заканчивается, проводим исследования свои, которые закладываем опыты. Знания-то брать это нужно. Вот. И бытует такое мнение, как вот я говорил, да, про азот. Если мы раньше там лет 15-20 назад носили 200 кг аммиачной селитры, там, под озимую пшеницу. Последние там 10-15 лет уже 300-250-350. Сейчас тенденция, ну, особенно где больше влаги, ближе к Краснодарскому району, 350-400 кг по селитре внесения. Сейчас бытует мнение у некоторых руководителей, а может даже горячих голов, что надо 500-600 сразу азота вносить, он питается, будет счастье, будет урожай. Ну, ну а дальше-то куда? А я же говорил о том, что цена на удобрение растет, количество удобрений растет, а урожайность практически не растет. Дальше поведут хозяйство к банкротству. Ну просто рано или поздно. Поэтому ну, нужно понимать, откуда берутся элементы питания в почве. Они же не только с удобрением. Там до 7-8 факторов, потом не буду всех перечислять, которые обеспечивают круговорот. Сейчас выносится, а сейчас автоматически поступает в почву без всяких удобрений. И вот, допустим, хозяйство, занимающееся нарошением, мы с Шурыгиным работаем. Алексей Михайлович, агроном не доехал, прервал, должен быть съезд. Вот. Вот хозяйства другие, кто я знаю, Краснодар, тут соседи вносят по 500-700 кг селитры, да еще с осенью 200 кг сульфата аммония на кузу на расширение. Ну, блин, 120-130 центнеров получает зерна, вообще 160 даже говорят. Ну, конечно, это абсурд. Мы в Ниве вносим меньше, на 20-40% меньше вносим азота, получаем ту же урожайность. Ту же урожайность, а по некоторым полям вы видите 150, 130, 140 центнеров. Так вот, что мы сделали. Взяли поле со средней урожайностью и с высокой урожайностью. Они далековато друг от друга, эти поля. Это наша классическая работа. В марте месяце мы определили количество азота килограммов на гектар. Сколько два поля, да, где сеялись два разных гибрида. Перед посевом кукурузы за две недели мы определили запас азота в почве. На одном поле 122 кг. Может, не все поймут, но думаю, агрономы поймут. На другом поле 106 кг азота. Дальше пошла рекомендация. Даем 100 кг карбамида и 115 кг карбамида внести под культивацию. Высококонцентрированное удобрение, пока разложится, потом будет работать под кукурузу. Все, удобрение хозяйство вносит под культивацию. И дальше идет по листовым диагностикам внесение, если только за азот, он высчитан. Дали по 10-10 кг азота, здесь КАЗ давали, сюда 11, сюда 32 кг азота дали, здесь параллельно
по 32 кг, ну, все азотные подкормки за 5 подкормок, вот они за 4 подкормки, они здесь суммируются. Итого, смотрите внимательно, очень простая и ясная табличка. Было в почве 122 кг азота, внесли с удобрениями 152 кг. Это чистого азота, ДВ. В сумме мы внесли 274 кг азота в почву. То есть кукуруза готова, у нее есть 274 кг почвы. Но формирует урожайность 154 центнера, правда, при урожайности там 18-20, чуть меньше. Но 154 центнера сформировала урожайность кукурузы. Самый минимальный научный аналитический выход потребления азота зерном кукурузы, там около 23-27 кг азота на тонну кукурузы. Получается, кукурузка скушала 369 кг азота, вынесла. Но в почве было и металла, это всего 274. Она сформировала такой урожай, потратив 369. Где она взяла дополнительный азот? Это ж не 3 килограмма, не 5. А 229 не хотели. Откуда он взялся в почву? Я сам лично удивился, но это факт. Понятно, что на багарных условиях такого может не быть. Хозяйство интенсивное на орошение, много удобрений вносит, кукуруза там иногда, когда картофель просуется, много носится. Но его не было в почве, увидели тремя методами, ямонийный, нитратный смотрим. Ну, должно бы голодовать поле. Так вот, смотрите, 369 она скушала, получается 95 килограммов она откуда-то взяла. Не успели запахать поле, сразу ребят посылаю, комбайны поле убирают кукурузу, сразу проверяем азот, некоторые места проверяем. Остался ли в почве азот после того, что там осталось? Осталось, 134 килограмма осталось на одном поле, 160 на другом. Очень круто. Вывод какой? Все непостоянно, особенно азот. Не надо вслепую вносить удобрения. Помимо того, что, как Александр Валентинович говорит, что есть почвы, вы посчитайте, остальное добавьте. Так есть еще третий фактор. Почва сама производит элементы питания. Кто это может учесть? Поэтому это учитывает диагностики, анализы, которые мы делаем. И тогда идет управление ростом и развитием растений. Выше, если экономика будет, чем сыпят по 600 кг семетра, конечно, выше. Еще этот азот остается на построящих культурах. Да. Ну, это системность, ее нарушать нельзя. Кто выполняет полностью систему, максимальная себестоимость. Системность не выполнили, микроэлементы, техника не соответствует, система рушится, максимальная урожайность, максимальные прибыли. Сорняки, вторая волна пошла, или неправильно гербицид подзаросло, или поздние сорняки зашли, с реализацией не успела попали. Падает рентабельность. И вот таким вот образом можно, не соблюдая системности, опуститься до себестоимости 8-10 рублей и получать 35 центов. Это о чем говорится? Вся работа должна быть системной. Хоть с наукой, хоть без науки. Этого нарушать нельзя. Пшеницы, которые в 2020 году пострадали от мороза. Вот такое сильное, это тоже Цыгинский район, сильное подмерзание на распущенных. Больше 35-37 центров мы не смогли взять на таких полях. Сильное распущение. Как бы там не пыжились. Вот на этих полях, где 50% отмирания надземной массы, 40-45 центнеров, до 50 вытягивали. И выше 50 вот на таких полях получили, где пшеница была не перераспущенная с осени, не было практически отмерзшей массы, она резко стартанула, быстро прогрелась. Вот такая вот характеристика. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, я закончу. Да. Какие вопросы есть? И сколько же на гектар стоит сопровождение? Да. Средний. Ну, базовая, грубая, ну, это же не обсуждается. Это просто копейки, допустим. Ну, от 500 до 1200 рублей гектар. Вот. В зависимости от расстояния, от размера хозяйства, площадей. С крупными работаем в районе 500, 550 до 600. Фермера 600 до 900, где-то вот так. Сергей Юрьевич, вот вы говорили о том, что пахота реже встречается. Вот по вашим хозяйствам у вас какое наблюдение? Классическая обработка со вспашкой, классическая минимальная и нулевая. Вот какое соотношение по югу Ростовской области, допустим, и какая тенденция? Есть ли увеличение, скажем, нулевой дозы, доли? Ну, если говорить по югу, так все же не знаешь, но где-то упорно держится по вспашкой, довольно долго держится. Ну, если
мы же подозимые классически в большинстве своем не пашем. Если эти 50% озимых отодвинуть в сторону, то где-то 50-70% остальной площади пашется. Да, вот так. И где-то 20-40% это пытаются минимализировать. Но практически по нулю, вот скажу точно, где-то год-два назад стали практиковать, пробовать хозяйство, и за ними чуть-чуть подтягиваются фермера. Но это пока единичное явление на некоторых полях. Но ну, а как приматом 50, он же по нулевке работает. Ясно. Памятирован. Сергей Львович, вот санкции, на чем отразятся в той сфере, с которой вы сталкиваетесь чаще всего, и какие предвидеть можно опасности, на чем нельзя экономить вот в этой ситуации. Сейчас же многие напуганы наверняка будут и будут стремиться экономить. Но как экономить не навредить? Сложнейшая тема, потому что действительно сейчас страна сталкивается и дальше столкнется с колоссальными трудностями. С ними даже мы даже представить себе не можем, но очень будет тяжело. И скорее всего этот период будет длительным. Никак за месяц не кончится, может быть, даже несколько лет. Вот. Поэтому здесь настолько нужно серьезно подойти и подготовиться, чтобы и выжить, и какую-то прибыль получить. И самое главное, чтобы хватило продуктов питания внутри страны. Потому что какая бы ситуация ни была, основная встряска начинает происходить, когда нечего кушать, нечем лечиться. Поэтому я думаю, что вполне наши аграрии смогут самыми основными продуктами питания, сейчас с хлебом эту страну обеспечить. Ну, может быть, косвенно будет все-таки надежда на экспорт, потому что, ну, если сложить производство зерна в России, на Украине, это около 30-35% мирового экспорта. И если, допустим, предположить, что санкции будут очень долго действовать, что у нас будут проблемы с вывозом за рубеж, ну, тогда внутри страны начнется перепроизводство, резко упадет цена, что крайне нежелательно. Но будем надеяться на лучшее, что все-таки торговать не сможем, у нас много потребителей, союзников в этом плане. Но тем не менее, вторая проблема – неимоверный рост удорожания всего. Никто об этом почему-то не хотят говорить, вроде бы в области военных технологий, но очень хорошо, в некоторых областях прекрасно, там, то в области создания инновационных, можно так говорить, да, продуктов в сельском хозяйстве, но за 30 лет страна не создала ни одного действующего вещества пестицида. Ни одного, все импорт. Если говорить об опыте биологизации, то у нас этот опыт был в СССР, он сейчас и продолжается. А про нехимикатов это да. И вот здесь не только цена может подскочить, она уже подскочила на 30, но их просто может быть и не будет препаратов, которыми мы необходимо защищать. Без защиты не обойдешься. Если где-то можно сэкономить на удобрениях, они дорогие, получить чуть меньше урожая. Но если нашествие вредителя какого-то конкретного или вспышка эпифитотии болезни, а нам лечить нечем, вот это будет проблема. Поэтому тут призыв один. Очень точно работать, безошибочно, пытаться. Но на чем здесь можно сэкономить? Если говорить, что получить какую-то прибыль. Сэкономить можно на... Действительно, на удобрениях можно сэкономить. Путем дробности определенной, путем анализа. Вот агрохимцентр, если мы не успеваем, там, извините, можно в агрохимцентр Ростовский, Ольга Георгиевна тогда не откажет. Она сделает аналитику, это не так уж там дорого получается. И сработать правильно по анализам, чтобы меньшим количеством удобрений что-то получить более достойное. Вот. Обеспечивать дробность в обработках. Упираться, наверное, не придется, скорее всего, на наши препараты, нашу химию, которая производится у нас. Но не производится, она, скажем так, готовится у нас в России, хотя бы придется на нее ссылаться. А вот здесь тоже определенная фишка есть. Закон еще о контроле пестицидов не заработал, как это будет на самом деле, точно не знает. Вот. Но вот это вот с 2012 года, почти 10 лет анархия на пестицидном химическом рынке, ни контроля, ни перепроверок, ни анализа, она привела к тому, что у нас уже, по-моему, более 500 производителей средств защиты растений химических, и далеко не все качественные, очень далеко. Вот здесь нужно быть крайне внимательным, лучше работать чуть-чуть дороже, дорогим препаратом нашей фирмы, чем очень сильно отвлекаться на дешевизну. Дешевое никогда не бывает эффективно. Вот этот закон надо включить обязательно. Андрей Владимирович, вопрос. А вот скажи, пожалуйста, роль сидератова, может быть, усилить надо вместо удобрений?
та же запашка, задисковка и все такое. Как тут наука смотрит? Наука смотрит однозначно позитивно. Здесь можно реально снизить около 20, а то и 40% удобрений, используя сидераты. Вопрос в другом, что зона сидератов актуальна там, где выпадает 600, 700, 800 мм осадков. Это Европа и большая часть Краснодарского края. Если мы полузасушливой или засушливой зоне запашим внутрь даже зеленую, красивую, сочную органику, то мы дополнительно произведем потерю влаги колоссальную. Колоссальная влага будет расходоваться на превращение, на разложение этой органики, которую мы запахали. Ну и, конечно, в итоге мы можем получить отрицательный результат. И деньги на соляр. И деньги на, да. Поэтому очень осторожно с сидератом. Очень. По сидератам я могу сказать следующее, но это только касается тех, кого интересует нулевая технология. В этом году, 16 сентября, мы будем проводить день поля в Крыму, Черноморский район, хозяйство перепелицы. Мы уже в прошлом году там были. Проводили день поля. Он сеет коктейли покровных культур, больше 20 наименований в коктейле. В прошлом году у них уровень осадков от 200 до 300 миллиметров в год. Уже 10 лет они не используют вообще минеральных удобрений, не применяют. Урожайность в прошлом году зерновых составила 30 центнеров с гектара. Интерес огромный вот к этой теме. Мы когда приехали в сентябре, то многие были ошарашены. Вот Алина помнит, фермеры приехали, когда они посмотрели и говорят: так у вас тут полив, наверное, кругом степь черная, коричневая, сгорела, а здесь оазис, растут зеленые растения. Сразу после уборки, прямо в тот же день, буквально на следующий, надо сеять, потому что чтобы остатки влаги сохранить. Но в этом году ученые потребовали, чтобы повторность наблюдать, мы поедем туда и снова наутильщики там соберутся. Но это касается наутильщиков, я думаю, классиков в меньшей мере. Но мне хотелось бы Журидову, может быть, скажет пару слов о работе сопровождения. Да. Вот сюда вот можете подойти, вам прям присесть можно. Я бы за снимки скажет, который полностью посадил. Я бы, наверное, акцентировал свою работу, сакцентировал свое внимание при работе с наукой, мы так называем наукой, да. На психологическом факторе. Фактор заключается в том, что, представьте, я вот там хозяин там, своей земли, выхожу, и тут же приезжает, а вот это ты неправильно делаешь, а вот это ж не так. И вот начинается, так сказать, психологический стресс, вот изначально вот было при работе. То есть вот притирка, так сказать. Понимаете, не каждый человек условно может свой адрес, вот он критика. Потому что, что греха таить, но в основном правильно сказали, что сейчас у нас фирмы. Ну я, допустим, экономист, да, там инженерная служба у нас есть, вот там фермеры, да, редко кто агроном имеет определенные знания. Понятно, что знания, честно скажем, нулевые были, да, когда кто начинали фермерство свое, кто связал свою жизнь с фермерством. И вот эта вот психологическая притирка, постоянно как бы критика, и она реальная, эта критика, справедливая критика, как бы вот было действительно поначалу тяжело, но потом, когда ты уже идет перелом самого себя, действительно ты же, по-русски говоря, ни хрена не знаешь, слушать людей. Вот. И как бы работа пошла.
И весьма не тяжело, и весьма. Еще очень тоже важно, вот даже, вот, допустим, я там собственник земли, собственник техники, да, там и все. Иногда вот свои поля, глаза, как, ну как скажем, замыливается, понимаете? Ну, я их каждый день, ну не каждый день там в поля, ну частенько выезжаешь. И как бы на многие моменты не обращаешь внимания. Глаз замылен. Да вроде все нормально. Приезжает наука, тут-тут-тут, все как бы скрывается. И, соответственно, начинаешь принимать экстренно какие-то определенные действия. Но у фермеров, тоже правильно говорю, сказал, большая проблема в чем? Это действительно кадры, это действительно техника, потому что действительно тот выиграет фермер, у кого есть и может быстро сделать определенные, совершить действия по обработке земли. Быстро, в сроки, качественно. Вот. Если это делается, соответственно, всегда будет результат. Ну, что еще можно сказать? Зачастую, да, еще наука, то есть я вот хотел еще один момент сказать, когда действительно, вроде ты собственник, вроде все, тебя радует, но иногда лень человеческая. Вот наука, она тебя пихает. Вставай, езжай, делай. Понимаете, вот зачастую тоже. Потому что там, да я сейчас в Ростов смотаюсь, завтра там заеду. Вот, вот чисто вот такие вот человеческие, бытовые вот моменты, а наука говорит, нет. Нужно делать сейчас. И тоже вот с препаратами зачастую. Ну, препаратов много химических, там, биологические, химические. Вот, ну что, греха-то есть, там, что, да я тебя подешевле возьму. Вот, поначалу это было, понимаете? Там, или тот, ну, говорит, вот этот препарат. Зачастую, да, потому что, ну, сколько у нас, по-моему, 25 тысяч препаратов разных, да? Ну, на рынке. Понятное дело, мы, собственно, мы не сможем их все, как сказать, апробировать, опробовать, какие-то их делать. Пусть занимается этим наука. И, соответственно, а мы должны прислушиваться, какой препарат уже проверенный более-менее. Вот. Поэтому сейчас действительно с препаратами была проблема. Вот у меня лично была проблема, какие препараты использовать. Подешевле. Сейчас уже стараюсь, конечно, пришел к тому выводу самостоятельному, что нужно заниматься все-таки теми препаратами, которые уже проверены. Ну, в общем, как-то так. Сколько времени вы работаете с НКС АКО? Ух, да. Уже и не помню сколько. Ну, наверное, с самого начала образования это НКС. У нас же как бы есть еще свои сообщества. Там. Ну, я буду сообщества как фермеры, которые, ну, в чем-то, как бы, как мы считаем, они разбираются. То есть уважаемые фермеры, у которых стабильные доходы, как бы мы все равно параллельно еще с друг другом общаемся. Но вот сейчас вот пошел такой процесс, вот те фермеры, которые серьезные, вот они у меня спрашивают, а что там наука, сколько влаги запас у тебя, а сколько ты будешь кидать там по мерзлоталой, а по предшественникам, ну вот рассказывают. То есть, косвенно через меня они пытаются достучаться как бы до этих вопросов. Хотя он вот он привык, там знаешь, там 150 килограмм я кину, несмотря ни на что, не без анализа, допустим, почвы, сколько влаги, сколько там существует азота. Вот он привык 150 килограмм кидать, допустим, но все равно сам интересуется, прав ли он. То есть вы или... консультируете теперь? Ну, получается так, да. Соответственно, мне плюс, как бы, то, что вхожу в эту, как бы, когорту. А урожайность выросла или она на одном уровне? Тут, видите, важна экономика. Ну, как сказать, вообще вот у меня, допустим, мой подход, и вот мы постоянно с наукой как бы общаемся, мой личный, это вот тут дает нам природа-матушка по нашей зоне с нашими запасами влаги, с нашим питанием, там 50-55 центнеров. При этом уровни урожайности, я считаю, максимальный уровень рентабельности. Как только мы начинаем качать урожайность от 50, 60, 70, 80, понятное дело, мы применяем удобрения, мы применяем химию, мы применяем более качественные обработки, вот эта часть, она резко падает. С увеличением урожайности вот этот рост падает рентабельность. Соответственно,
стараемся вот этот баланс выдержать, как бы. Ну, если честно, не хочется химиков этих кормить, понимаете. Ну, и опять же, любая пестицидная нагрузка на землю, когда она особенно находится в твоей частной собственности, тоже не хочется ее загрязнять, но все равно рано или поздно придем к экологическим определенным все-таки. Ну да. Требования. А скажите, затраты на услуги НКС Агро из года в год у вас уменьшаются? Потому что вот от части услуг вы можете отказаться, потому что уже знаете эту сферу сами, допустим. А вот какие-то вещи вы понимаете, что без этого не обойтись? Ну, вы знаете, как сказать, затраты, вернее, стоимость погектарная не уменьшается. Но лично, допустим, я скажу, что, вот, ну, условно, у меня, это все равно, что я плачу как человеку, как бы у меня в штате агроном, понимаете? Да, но опять же скажу, что здесь идет еще какой плюс. У меня, допустим, нет информационного вакуума. Условно, и днем, и ночью набрал, позвонил, тебя проконсультировали, понимаете? Это быстро делается, либо в зависимости от ситуации прискочили, посмотрели. Поэтому, как сказать, ну пока вот соотношение, этот баланс, конечно, все устраивает. Я вижу, наука свой хлеб ест, я уже убедился неоднократно, свой хлеб ест, как говорится, честно. Честно, да. Потому что по своей, допустим, натуре, ну, имея определенные там финансовые, да, потоки, как бы, вроде на ногах стоит, я бы, допустим, там, вот действительно, там, селитры сейчас бы, помёрзла талы, там, 200 дал. Есть такой запас, как говорится. Слушай, опять-таки, там, Новобатайские, как на половине площадях считаем же, что же вот и ваши издания, где определенные моменты, как говорится. Но действительно приходит, что эффект. И вот или применение тех же гербицидов, фунгицидов, понимаете. То есть на этом деньги очень быстро отбиваются, особенно при их дороговизне, средств химической защиты растений, удобрений. Ясно. Вот как-то так. Ясно. Вот за вашим хозяйством закреплен один какой-то специалист из НКС Агро. Вы с одним человеком работаете? Да, практически со всей командой. Тут с лабораторией бы хотелось поближе общаться. Никак и не получается. В основном это вот директор, Виктор. Ну, как это, кто есть? Но обычно непосредственно с руководством. В основном на коротке. Ясно. Маленькие, конечно, они больше уделяют внимание большим хозяйствам, вот. Но я их как бы тоже ориентировал. И вот сейчас, вот, допустим, сакцентировал свое внимание, говорю, что фермеры действительно, они в большей степени выполняют рекомендации, нежели крупное хозяйство. Где существует там агроном, да, вообще руководитель у них там очень всегда умный, который считает, что вот я сказал и все. Мы как бы вот действительно в этом плане более гибкие, да, и на нас можно, и тут на нас же наука тоже учится, каждый год сейчас, каждый год, в принципе, он по-разному. Вот вроде бы есть технология производства пшеницы, есть технология производства подсолнечника, да, но разные погодные условия, разное содержание влаги, и все, вот эти моменты, поэтому каждый год. В чем мне нравится заниматься сельским хозяйством, каждый год идет что-то новое, постоянно новое. Нет такого, что постоянно, ну, какая-то, ну, условно, работа такая, вот, ну, неинтересная. Все интересно.